Вот так вот, значит, да? Зарядку, говорит, делать не буду. Вот хоть убейте. Всем доброе утро, друзья. Вы на канале Hardcore Tavern. С вами трактирщик Амония. Мы продолжаем... А, нет. Мы продолжаем радовать вас регулярными трансляциями. Это да. Но не продолжаем какую-то игру, а начинаем новую. И сегодня у нас Астеригос. Я не знаю, как правильно читается, но Астеригос. Курс of the Stars. Ну, типа, проклятые звезды. Если кратко, если вот прям совсем кратко, давайте прочитаю, что мне написали про эту игру, да? Верни корову, говорит Птян. Корову верни, пожалуйста. Пожалуйста, корову верни. Так, что ж тут про игру-то написано? Сейчас узнаю. Прям вот зачитаю вам, что здесь про описание этой игры. Значит, открой для себя давно забытые секреты и скрытые тропы в этом... в вымышленном фэнтези-мире с волнующими сражениями, взаимосвязанными картами, хорошими, ну, типа, левел-дизайнами, полными мест для исследований, захватывающей историей, в которой важен каждый твой выбор. Играй за Хильду, отважную юную воительницу из легиона Северного Ветра, которая отправляется в путешествие в проклятый город, чтобы спасти своего пропавшего отца. Элементы геймплея, вдохновленные играми, похожими на Souls, души, ну, Dark Souls, наряду с более легкой и динамичной боевой системой, создают свежий взгляд на современный жанр экшен-RPG. Предлагаю вам гармоничный баланс сложности и исследования мира. Вот. Такие дела. Как вам? Интересно звучит? Вроде неплохо. Посмотрим, как это выглядит, если здесь луки. Вот если... я надеюсь, луки есть. Если луков нет, то как бы смысл вообще играть, правильно? Согласны? Рад вас всех видеть. Гизмод, здравствуйте. Сингуляр, мое почтение. Голиаф, здрасте. Птям, доброе утро. По календарю таверны у нас сегодня день, конечно же, непростой. Сегодня день волчьей стаи. Подробнее в нашем бусте можете узнать, почему. В Дискорде, разделе новости и остальных соцсетях по ссылке восклицательный знак ком. Вот. Все соцсети. Присоединяйтесь обязательно, чтобы следить за расписанием, не потеряться, если что-то произойдет, там куда-то отправимся на другие площадки и так далее. Если вам, конечно, нравится наше сообщество. Вот. Много кенгурушника, доброе утро, мадемуазель. Ну что ж, она уже вышла. Не знаю, мне ключ дали, можно играть. Хер знает, вышла, нет. Она... Бусти, есть Бусти? Да, я, кстати, вообще сейчас думаю, может быть, постить обнаженные фотографии там... Ну, правда, не свои. Какая разница, да? Обнаженка и обнаженка. Че? Вот. У меня регулярно кот ходит голый без одежды. Может быть, кота. Не знаю. Что-нибудь такое. Ну, почему бы и нет, да? Вот. Давайте, в общем, переходить к игре. Приятного всем времяпрепровождения. Рад, что вы с нами. Поехали. Астеригос. Вот так вот выглядит меню. Вроде ничего, симпатично. О, настройки, музыка. А, кстати, музыка, да, надо добавить произведение музыки. Так, играет новая игра, значит, надо добавить новую игру. Астеригос. А ее почему-то, кстати, нет. Есть какой-то Unknown. Unknown. Что за Unknown такой? Ну, допустим, добавлю. Вы мне скажите, будет звук у вас игры сейчас или нет? Ну да, получается постить голых кисок, да. Есть сейчас музыка из игры такая? Ля-л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 я
Рили? Ну, серьезно, нет? Ни у кого нет? Может, только у таракана, может, только нет? Ну, блин, ладно, нет, нет, хорошо, давай другое. Я не знаю, почему ее нет. Тут вообще в источниках ее нет. Это Genius Windows. Discord. Genesis Windows 64. Тем, допустим. Скажите, а сейчас есть музыка? Ну, а я сейчас перенесу на соседний монитор эту ТБС-ку. О, сейчас появилась, да. Появилась, товарищи! Появилась. Можно ее, кстати, потише сделать, да? Вот так вот.
Великолепно. Так, ну что ж, с этим разобрались. Разрешение, режим отображения окна без рамок, вертикальную синхронизацию всегда включаю. Нормальный размер шрифта. Графончинский. Очень высокая настройка качества. Пойдет. Пойдет. Управление. Левый мини-джойстик. А, да, они говорят, играйте типа на... Играйте типа, говорит, на джойстике, чтобы лучше получить удовольствие. Shift, что значит бросок вообще? Чего-то бросок, в общем. Уклонение, пробел. Ну ладно, пойдет. Взаимодействие F. Ну как Dark Souls, да, по идее? Q, способность оружия, E. Навыки ZXV. Блин, вообще неудобно, конечно. Использовать предмет 1, 2, 3. Ну потому что в Dark Souls навыков нет. Ладно, поехали, в общем. Пойдет, да? Новая игра. Что тут начинается? Для тех, кто любит преодолевать трудности и справляться с тем, что оказалось не по зубам другими, о ком будут слагать легенды. Испытание. Интересно написано. А я, говорит, пошла в магазин за тортиком. У бабули сегодня ДР. Ого. Днем рождения, бабуля. В далекой-далекой земле жила храбрая девушка, которая отправилась в легендарный проклятый город на поиски своего отца. Доброе утро всем. Чих, привет. О, красивая картинка. Я буду помогать, честное слово. Пожалуйста, разреши мне пойти с тобой. Хильда, мое решение окончательное. Ты еще мала, чтобы участвовать в таких заданиях. Нет, папа! Папуленька. Ну, не взял, в общем, он ее. И пропал. Отличный ролик. А потом на пьяное просыпается где-то. Так вот все обычно и бывает. О, ветры. Я потерял сознание, что ли? Исследование взаимодействия. Используйте вот это вот все, чтобы и ходить, и бегать, и крутить камерой. Симпатично, кстати, выглядит персонаж. Мир вообще классно сделан, кстати. Мне нравится, что у нее не вот это вот огромное вот таких грудей нет, а симпатичная, красивая фигура. Ну, это дело вкуса, конечно. Можно что-то проверить здесь. Насколько я помню, я внезапно потерял сознание, как только спрыгнул вниз. Ну да, ладно, по крайней мере, я цела. Мне нужно выполнить задание. Вексель Риал. Приветствуем в таверне. Спасибо за фоллоу. Будь как дома и приятного просмотра. Чат, кружки в чат за знакомство. Таракан Рокер, приветствую. Мне надо выполнить задание, да? Ну, красивый мир, реально. Он очень напоминает игру на PlayStation, есть такая. Там ты тоже, типа, за девочку играл и духами управлял. Как же она называется? Недавно я в нее играл. Без стрима. Основа боя. Атаки оружием делится на два типа. Обычные удары, применение способности. Каждого вида оружия разные способности. Способность мечей и щитов, блокирование удара, поднятием щита. Способность молотов, мощнейший быть удар вообще просто. Вы можете атаковать врагов во время броска и после переката. Также в бою пригодится захват цели. Он делается на непонятно какую кнопку, потому что здесь не написано. Черт возьми, вот же кто-то из моего оружия еще отсутствует. Что же произошло, пока я была без сознания? Бухать меньше надо. Так, бальзамчики. Мне повезло, что он остался в сумке. Боюсь даже представить, как бы справлялся с заданием без целебных снадобий. Бальзамы — это зелье, восстанавливающее некоторое количество ОЗ. Используйте такие зелья разумно, и вы сможете преодолеть любые трудности. Не переступай через себя, если тебе нужно восстановить силы, Карл. Карл. О, задание. Особый приказ легиона. Настоящим уполномочиваю Хильду, воительницу легиона, действовать моего имени. Направляю ее в руины древнего города Афеса с целью определить местонахождение отряда, выполняющего операцию «Пепельный ветер». Я полномочия в рамках данного расследования приказываю считать неограниченными. Инструкции и местонахождение древнего города прикрепляю ниже. Хильда должна найти цель, установить с ними контакт и при необходимости помочь в исполнении операции «Пепельный ветер».
В случае неудачи она должна при первой же возможности связаться с командиром... командным центром. Приказ временного командира Людвига Эра Королей. Такая-то, такая-то, 5 месяц, 12 дней. С тех пор, как они отправились в Проклятые горы, ни отца, ни от Легиона не было никаких вестей. Надо как можно скорее их отыскать. Это мой единственный шанс проявить себя. Нельзя задерживаться здесь надолго. Так, ну слушайте, пока прикольно. Наверное, для начала надо осмотреться. Ух ты, у меня и молот есть. Ой, можно комбить молот с мечом. Я случайно сделал, но выглядит круто. Кстати, игра очень классно выглядит. Карты у нас пока нет. И музыка офигенская играет. Вам нравится музыка? Нравится? Хрюкает кто-то, слышите? Бля, музыка реально огонь прям вообще. Вот респект. Надеюсь, она будет разнообразная, меняться в дальнейшем. Так, у нас кончается выносливость, если много бежать. Так, а коробки, кстати. Ломаются, окей. Фу, какой кобольт. Так, а у нас щит. А как блокирует щит? У меня нет щита пока, да? Что это? Я чувствую магическую энергию. Бутыль звездной пыли. Никогда раньше не видел такой высокой очистки. Неужели это из офиса? Ты-то еще кто такой? Это мое оружие! Стой! Стоям, батя... Хилочка, бальзамчик. Блин, мне бальзам нравится название. Типа, я с бальзамами ассоциирую этот алкогольный настойки. Не, потому что... брат тестя, кто он там, я не знаю, мне привозил бальзамчики на кедровых шишках. Отдай оружие, мое говорю, быстро! И вот бальзамчик на кедровых шишках, медовуха, это просто фантастика. Бальзамчики. Еще один бутыль звездной пыли. Записуля какая-то. Дневник беглеца номер 3. Нужно уходить из Эфеса. Причем поскорее. Город проклят, люди сходят с ума. Животные превращаются в чудовищ, где ищут мобилизацию, блин. Я даже не могу воспользоваться с заготовительными волшебными предметами заготовленными. Отправляясь на побережье, говорят, там дальше всего от богов звезд. А под водой есть город, полный магии. Наверняка там я найду то, что поможет снять Эфес проклятие. Подводный город, блядь. Если он тут есть, это вообще офигеть. Мне обязательно нужно туда попасть. Кто бы не читал эти строки, прошу, помоги мне. Офигеть. Кто-то хотел покинуть офис, но зачем же он оставил здесь свои вещи и это письмо? Так, скиллы на Е, кстати. Не хватает инструмента, чтобы открыть. Если бы при мне были кинжалы, я бы смогла его открыть. В смысле? Кинжалами можно взламывать сундучки. Но тут нигде их не валяется. Отсылочка на Атлантиду? Ну, типа, похоже, да. Но, может, и не отсылка, не знаю. Неужели кто-то еще Атлантиду помнит? Я играл в игру Атлантида. Офигенная была. Там, типа, тактическая такая стратежка. Нифига у него ХП. А так вообще нечестно, блин. Может, он и не враг был мне? Ух ты, красиво, да? Бля, офигенно, мне нравится. Пока красивейшая игра. Эй, ну хватит! Куда ты опять, тварь? Он ускользнул от меня. Мне нужно как-то попасть на ту сторону. Слушайте, мне надо вернуться бы к сундуку, если кинжал у меня будет, помните, да? Мультфильм неплох, Атлантида. Красиво было. Первая часть, вторая такси. Блин, а если я не вернусь? Я смогу вернуться вообще? Мне кажется, если я спрыгну, я уже туда не попаду обратно. Видимо, там как-то можно найти что-то. Видимо, я просрал где-то.
Как? Кинжалы какие-то. Блин, ну как так? Вот если они, типа, дальше должны быть, эти кинжалы, а ты потом сможешь вернуться, это плохое решение. Джонни, приветствую. Блин, может, я где-то не нашел кинжал. Заберите у воров украденное оружие. Ну, блин, по идее, мне только дальше идти. А может, можно было их поймать до этого? Вазикиви, здравствуйте. Располагайтесь, будьте как дома в нашей таверне. Надеюсь, вам у нас понравится. Приятно познакомиться. Чат кружки в чат за знакомство. Чат кружки в чат. Звучит как-то, да? Привет, охотник. Привет, охотник. Здравствуйте. Шерстяной, рад видеть. День добрый, интерактивщик чат, здрасте. Чё-то кружек мало, вы чего там, спите что ли? Кружечки, пожалуйста. Пожалуйста, кружечки, чат. О, пограничная застава. О, получше, получше, красава, чат. Ой, вибрирует. Ну, пока ничегошная игрушка такая прикольная. Визуально хорошая. Проводник. Установив контакт с проводником, вы сделаете его местом экстренного перемещения для Хильды. Отдохнув возле него, вы восстановите ОЗ. Однако после этого все побежденные враги восстановятся, как в Dark Souls. Откройте страницу умений. На вкладке талантов Хильда может распределять очки талантов под дереву навыков, чтобы изучить его новые аргументации, навыки или способности. Для этого сначала отметьте талант, связанный с уже приобретенным, и нажмите кнопку продолжения R, чтобы получить его. Приобретая новые навыки или способности, особенности с помощью талантов, вы сможете настроить их на странице умений. Используйте различные комбинации умений, чтобы побеждать своих врагов. Вы также можете распределять очки характеристик по своему усмотрению, чтобы повышать различные показатели Хильды, например, количество здоровья. Ого, что это за чувство такое? Мое тело в порядке, вроде бы ничего страшного не случилось, да? Red Bull окрыляет. Так записал в книжку, кстати, прикольно, видели? Новый талант, типа, или новое место. Это классно, слушай, визуальная игруха прям вообще шикарно. Мне нравится. Отдохнуть, уйти. Так, ну что, отдохнуть. Ой-ой-ой. А, то есть я думал на отдыхе распределять таланты. Мы пока никого не убили, поэтому... А ну-ка, где талант-то вообще? Еще одно письмо. Пропавшая звезда. После исследования окраины стало понятно, что Афис теперь это павшая звезда, потерянный город. Хочу я того или нет, но вид пустой, густой чащобы и останков множества несостоявшихся захватчиков вынуждает меня смириться с реальностью. Они думали, что поход в Афис станет для них приключением, захватывающим поиском сокровищ. Думали, что город окажется полон богатств, которые можно присвоить. К сожалению, они ошибались. Они недооценили Афис. Чтобы остановить вторжение канталийцев, Архонт приказал уничтожить мост, ведущий к городу. Доказательством тому разрушение стены, среди которых я опишу эти сроки. Доказательством тому разрушены стены. Большинство захватчиков были съедены зверями на окраине. А те немногие, кому удалось пробраться дальше, подверглись проклятию. Окраина, новая запись в дневнике. А, вон тут, кстати. Захват цели. Вы можете зафиксировать цель. Alt. Там стреляется кто-то или? А стамлочит здесь, нет? Четвертый удар сильный в серии. Отбивается 100%, я так понял, да? Ну, только надо ждать, пока раскроется щит. Ой, нифига их там.
Нормально улетел. Блин, я путаю. Не на правую кнопку. На правую кнопку почему-то удар. А я хочу щит, чтобы он на правую кнопку. А он на Q вообще. Это маг какой-то. Используя навыков. Если вы чувствуете, что проигрываете битву, исход можно изменить при помощи навыков. Однако применение навыков расходует очки астрала. Что это за чародей такой? О, еще появились. А, он щит поставил, я теперь выйти не могу, да? И он будет новых и новых самонить, типа. Надо его убивать, короче. Ой. АУЕ бьет, кстати, молот. Все. Мне нужно поскорее найти свое оружие, да. Желательно лук. О, это... Посох, копье, браслет, кинжал. Так, все на месте. Ого, сколько у меня тут оружия-то, блин. Выбор оружия. Когда вы найдете все виды оружия, вам станет доступно соответствующее меню. В нем вы сможете в любой момент изменить настройки оружия и предметов. Он открывается на таб. Хильда может выбрать любое оружие на соответствующей странице. Попрактикуйтесь атаковать разными видами оружия, чтобы понять, с каким из них вам наиболее удобно обращаться. Так, добраться до Афиса будет гораздо проще с оружием. Ага, умения у нас левел есть. Очки талантов. Не навыков пока закрыто, да? Мочи волков по всей земле, мочи волков, снимай с них шкуры. Всем доброе утро. Здорово, Скал. Извини, что я без рифмы прочитал. Здорово, Скал. Прости, что я без рифмы прочитал. Ну, по сути, с рифмой. Краш, доброе утро и тебе. А здесь можно поменять управление? Да, можно поменять. Какой-то навык. Вихрь ударов. Непрерывно наносите высокий урон врагам с большой области поражения. Любые оружия. Видимо, пока у меня ничего другого не изучено. Кинжал топ, не играл, не знаю еще пока. Что это вообще такое? Волшебный самоцвет. Так, это вихрь ударов. И вот тут будет безрассудство. Марафонец. А что они дают? Вернитесь на страницу умений, чтобы настроить навыки под использование. Вернитесь на страницу умений, чтобы активировать способности. А, вон написано. Атака плюс 5. Чем меньше у вас здоровья, тем больше урона вы наносите. И получаете. Охота за сокровищами. Повышает вероятность выпадения из врагов более редких материалов, но при этом, погибая, вы теряете больше звездной пыли. Омоложение. Пинт здоровья. Пыли восстанавливает больше здоровья, но это занимает больше времени. И максимальное количество, которое можно нанести одновременно, увеличивается. И атака, кстати, плюс 5. Знание зелий. Бальзамы восстанавливают здоровье быстрее, но максимальное количество, которое можно нанести одновременно, уменьшается на 4. Уклоняйтесь быстрее, когда вас сбивают с ног, но с большими затратами выносливости. Блин, вот это прикольно. Быстрое восстановление. То есть идти вот так вот надо, да, через вот эту ветку. Что такое ЦБА вообще? Ваш бросок тратит меньше очков выносливости, но становится медленнее. О, не, мне это не надо. А, вот тут быстрее восстанавливает. То есть здесь быстрее восстановление выносливости, а тут наоборот медленнее. Так, короче, интересно. А, так там развитие еще дальше идет. Очки характеристик. Телосложение. Что такое? Цзн. Точность атаки. Точность дает атаку. Здоровье. Что это такое вообще? УУН. СВА. Просто, что за перевод? Я раз такой вижу. Подсказки вызываем. Так, отлично. УУН. Это у нас что? Уровень урона от навыков. Дополнительный урон, который можно нанести с помощью навыков. Скорость восстановления. АО. Скорость восстановления. АО при использовании обычных атак. АО это... ОО это что вообще? Очки атаки? Очки выносливости? ОА. Атлетики?
Дзин. Дзин. Это тайное знание. От этой характеристики зависит скорость восстановления. А, очки астрала. Это пыли. Мана, да-да-да. И урон от навыков. Точно, да. Очки астрала, точно. Телосложение, ну да. От этой характеристики зависит максимальное количество ОЗ. Короче, тайные знания. Это астрал. Он дает восстановление этих... Восстановление очков. Короче, мага качаешь. Хотя, возможно, тут все нужно. От телосложения не зависит выносливость. Тут еще книжку надо с расшифровкой навык. Не говори, Скай, здорово. Я бы равномерно качал. Ну, пока так вкачаю. Будет что-то не хватать, что-нибудь другое докачаю. Лука нет, я так понимаю. Все виды оружия вот тут сверху. Вот они, да? Лука нет. Отстой игра. Кто ее придумал такую? Волшебный самоцвет. Атакуя своим оружием, вы можете сконцентрировать энергию в волшебном самоцвете, ускоряющем восстановление астрала. Очков астрала. Вы можете иметь до 3 волшебных самоцветов, дополнительно ускоряя прирост астрала. Все навыки тратят на... Ну, короче, это на навыки ветка. Увеличивает количество звездной пыли, выпадающей после победы над врагом. Перекатывание или быстрые шаги тратят меньше в очков выносливости. Уменьшает дальность обнаружения противников сзади. Увеличивает дальность метания предметов. Повышает устойчивость, снижая вероятность прерывания вашего действия врагом. Ну, то есть это... чтобы, короче, тебя не станут лочили, да? Как это в Dark Souls называлось? Штука, типа, в Heavy Доспех она была. Получаете меньше урона, пока длится эффект бальзама. Стабильность, стабильность. Типа, или что-то такое. Угу. Так, всем доброе утро, ребят. Кто приходит, приятного просмотра. Новинку смотрим сегодня. Если вам игра понравится, вы можете поддержать канал, и мы постримим ее еще, а не один стрим. Перекатывание или быстрые шаги тратить меньше ОВ. Лука нет, игра стоит мне не стример. Но у меня такое, да. Я люблю луков, лучников. Dark Souls, между прочим, лук есть. Я вот маленец лука убивал. Звездная пыль, выпадающая после... Так, ну я не знаю даже, что качать на самом деле. Мне надо вот это, наверное. Чем меньше у вас здоровья, тем больше урона вы наносите. А считается ли общее количество здоровья или количество здоровья от полоски, например, 5% от общего? По идее, обычно как последний вариант. Тройная сила. Увеличивает дальность метания. Я так понял, здесь все чисто на скиллы, потому что вот усиление навыков такое. Пинты звездной пыли в основном больше очков. Вероятность выпадения из врагов более редких материалов. Ну давайте вот это качаем. Для начала, да? Геншин, дофигища лучник, а он что-то не играет. Вот козел, да? Уменьшает дальность обнаружения противника. Повышает устойчивость, снижая вероятность прерывания вашего действия. Ну пусть так будет. Ничего нового не добавилось здесь? Ой, ё-моё, нифига себе. Чем меньше у вас здоровья, тем больше. Так, это откроет... Это навыки кинжала, да, я так понимаю? Или это общие навыки вообще? Тут у каждого оружия, что ли, навыки? Нет, вроде. Да, получился лук, кстати. Все верно. Так, дневник, архив, профиль.
А где оружие-то выбирать? Ага, вот здесь. Браслеты Северного Ветра. Пара стандартных браслетов Легиона Северного Ветра. Легкие магические артефакты, лук, созданы специально... Я обожаю лук. Есть такое. Для ближнего боя. После модификации Хильды они могут направлять магическую энергию в землю и превращать участок в волшебную мину. Понятно. Волшебная мина способность. Пиронайс, приветствую. Посох. Заряженные лучи какие-то. Короче, посох. Так, это позволяет ему трансформироваться в зависимости от режима атаки для достижения максимального эффекта. Стандартный посох Легиона Северного Ветра Хильда добавила к своему личному посоху магические соединители, что позволяет ему трансформироваться в зависимости от режима атаки. Выпускает из навершия посоха сгустки концентрированной магической энергии, позволяя Хильде наносить врагам урон на расстоянии. Дальность атаки с способностью заряженной лучи значительно выше по сравнению с обычной атакой магическим снарядом. Копье. Легиона, там, бла-бла, Хильда модифицировала оружие согласно пожеланиям своих товарищей. В результате воздействия при парировании снижается, что ускоряет контратаку. Непонятно. Парирование, короче. При парировании копьем срабатывает временный защитный эффект. Отразив вражеский удар, вы сможете провести контратаку с помощью кнопки атаки. Контратаки копьем гораздо мощнее обычных атак, и с их помощью можно сбить противника с ног. Кинжалы. Способность кинжала «Скользящее уклонение» отличается от большинства уклонений тем, что Хильда сможет отшагнуть подальше, а эффект неуязвимости продлится дольше. «Скользящее уклонение» позволяет быстро войти в бой и также быстро из него выйти. Способность также пригодится в погоне за врагами. То есть можно сделать два вида оружия, да? Украшения в дальнейшем у нас добавятся. Кинжал топ, по-моему. Посмотрим. Ё-ма. Ух ты. А, он медленно летит. А мана тратится? Да нет, вроде. Мне бы вернуться, у нас кинжалы появились. Она говорила, что если у нее будет кинжалы, она сможет открыть сундук тот, помните? Только вот я не знаю, есть ли способ вернуться назад. О, еще одно письмо. Дневник беглеца 2. Проклятие. Что за бестолковые стражники? Умудрились попасться в зубы крокодилу. Какой позор. Но что же это было за огнедышащее чудище? Мне еще никогда не встречались подобные. Хвала Троице. Если бы та тварь с крокодилом не вязались друг в друга, меня бы точно уже не было бы живых. Нет, так не годится. Я же Аристой. Аристой. Я выживу. Вот так я ни за что не погибну. Аристой какой-то. Аристотель, блин. А исследование мира? Кстати, прыжков здесь нет, так что особо не наисследуешь. Я хочу вернуться вообще. Там что-то лежит снизу. Золотая плитка какая-то получена. Не знаю, что это. У нас, кстати, хп нет. На что там пить хилку? А можно было и не пить. У нас берсерк в зависимости от хп. Увеличенный урон. А как пригнуться, кстати, можно? О, левел ап. Уровень повышен. Очки характеристик плюс один. Ну ладно, ну не знаю, что качать, короче. Пока вот как-то так. Очки талантов. Блин, как будто так мало талантов, я не понимаю. Или дальше что-то откроется другое. Что-то какой-то бред, я не знаю. Или их можно много раз качать? Нет. Ничего не понятно. Вам понятно что-нибудь, чат? Блин, мне главное сундук тут найти. Это ведь демка? Да вроде нет. Так, еще один чародей. Давайте посох попробуем. Thank you.
Да, что, магия имба, что ли, я не понял? Я не понял, маги что, имба, что ли? Это что там? Я ушел на больничный. Слушай, игра прикольная на самом деле. Мне пока нравится визуально, как минимум. Что там по геймплею дальше будет, посмотрим. Мне, правда, не нравится, что оружия мало, как бы. Больше похоже, знаете, на этот... На секира, где у тебя тупо одна катана, но ты ее грейдишь, типа. О, то самое вонючки какие-то. Боюсь, что если я пойду по ним... Это угли, да? Он писал про огненное чудище какое-то. Понятно. Ну, неудивительно. Слушайте, я вернуться хочу там. О, босс, что ли, первый. Хо-хо. Ну, я хочу сначала вернуться. Я не знаю, мне надо найти тот сундук. А, это типа сражается все-таки со мной? Я думал, это просто моб, который убегает. Ну, типа, как ящерица Dark Souls. Оказывается, нет. А это не самое ли начало, где я появился? Да, точно, можно вернуться. Нет, я пока не буду обновлять мобов. Хотя, почему бы и нет? Ну да, протез руки точно. Я затупил. Опа. Прикольно, слушайте. Запрятали. Надо вернуться в начало, там сундук был, который я не могу открыть. Ну, не мог, точнее. Да, все, вернулись, отлично. Я же не мог позволить луту пропасть, правильно? Хомяк негодует внутренне. Вон он, сундучок. Так, ну и что? Вот мы с кинжалами, теперь мы можем взламывать сундуки. Похоже, кинжал это как дополнительное оружие все-таки должно быть, не мейновое. Хотя, обломок астеритовой руды какой-то. Но это, видимо, для грейда оружия, так же, как в Dark Souls, да, все куски руды. Ну, что так интересно. О, в прошлый раз я его не мог убить. И сейчас не смог, да? Капец, как его убивать? Мне кажется, это какой-то чувак, который... Хорошую награду себе несет. А может быть, я его отсюда... Ух ты, он привел чувака. Чародея даже. Нифига себе. Да блин, не очень понятно, когда визуализация идет. Он долго так прыгает. Надо запоминать тайминги. Тут, кстати, что не специфически для игр Souls серии, тут есть сложность. Вот, мы выбрали максимальную. Ой, спасибо большое за поддержку. Да? Спасибо. Так. Ну, я не буду отдыхать, наверное. У меня как раз лоу хп. Или отдохнуть, пофиг. Ладно. Отдохнем, восстановим мобов, попривыкаем к боевке и пойдем на крокодила, на этого огненного. Ну или не крокодил, кто он там вообще? Вам как визуальная игра? Мне вот очень даже нравится, вообще прям кайфово. Приятно, приятно. Ну да, там что-то типа вепря.
Визуально, как крутое RPG 2010-х. Не знаю, не сказал бы. В 10-м таких не было игр. Это мы уже просто подзабыли. Я сейчас играю просто достаточно много старых игр. И я вам скажу, нифига там все не так было. Там все было гораздо менее интересно и красочно. А, задевать сплэшем нифига раньше. Неожиданно. О, левел, кстати, восстанавливает хп. Это хорошо. Что-то там надавали мне аж две характеристики. А, мультяшность имеешь в виду. Пока плюс сил, наверное, будем качать. По десятке доведут до того и до того. Блин, что тут делать? Почему он не качается дальше? Вы можете иметь до 3 волшебных самоцветов, дополнительно ускоряя прирост очков астрала. Все навыки тратят на 10 меньше очков здоровья. Пусть так будет. Может, мне вниз надо? Здорово, Димон Фоматик. Чем-то напоминает Kings of Amalur. Ну да, ремастер, да? А, это, кстати, короткая дорога, походу, к буйволу, к этому кабану. Или крокодил. Куда ты пошла-то? Графон. Зачем она спрыгнула, блядь? Вот это вообще, конечно. Ну то до свидания. Это до свидули. Это крокодил вообще-то. Пожиратель ненасытный. Ебать. Вот в нем стрелы торчат. Где лук, блять, в этой игре? Я не смогу пройти дальше, пока не одолею его. А, ты... стрелять! Неожиданно, я не знал муфс этого. А, все, понял. Кьюк тоже надо пить. А что она там прыгает? А, ее воскрешает камень, типа? Блин, ну я не знал муфс этого. Прикольно. Ай-яй-яй, говорит. Жесть какая-то. Мне показалось, меня убили. Так, а мы что теряем? Астральную пыль какую-то, да? Вон опять эта белка сидит. Бой с боссом, как в DS. Да, это и есть. Разработчики, я же читал описание игры. Они сказали, что они вдохновляются сериями Dark Souls, типа, и хотели сделать игру, которая бы составляла и приключения, но и не такую хардкорную, типа, боевку. Но мы выбрали режим задрота, максимальной сложности, испытания. И поэтому у нас вот так все, как в Dark Souls. Глаза зеленющие, пипец. Ну что, на дракона этого идем, пока не убьем. А потом остальное будем исследовать. Хотя я хочу еще другие места сначала исследовать. Ох ты. Дали там, кстати, нам. Ой, дали в этот раз уже без потери хп. Покусали эти меня устроили. Полнейший. Блин, ну там у нас дроп-то никакого нет. Я не пойду пока туда. Я хочу пока в другие места поисследовать.
А, это тот хомяк, помните? Вот, он сюда скакал. Я хочу его убить, я не знаю, кто это такой. А если его... А, магия его надо. Он сейчас наверх ускачет. Я его здесь поймаю. Да, с него эликсир утренней звезды какой-то крутейший упал. И он, кстати, не сдох. Это как ящерка, короче, в Dark Souls. Что это делает вообще? Эликсир утренней звезды. Добавляет одно дополнительное очко характеристик. Эликсир утренней звезды — это особое зелье, усиливающее физические способности того, кто его выпьет. Он сладок. Нормально, короче, плюс левел. Дерево это мерцает. Так, а это что такое? Это наш талисман, да? Наделяет оружие, заряженные бомбы магии астрала. Ух ты. Мы можем апгрейдить наше оружие с магией астрала, его совместить, да? Всех устраивает выбор оружия. У нас и типа кинжалы, и посохи. Пока пусть так будет, я не знаю. Хз, для чего? Кинжал, чтобы сундуки взламывать, как бы. Просто... О, кстати, дерево реально... Опа. Отлично замечено было. Ваше здоровье. Это шорткат мы открыли, кстати, чтобы можно было теперь сюда сразу бежать. Точно. Отлично. Скал! Скал! А я вот в Геншин, говорит, залипаю. Так, здесь у нас динозавр этот. Крокодилий. Пойдемте в яму сюда спрыгнем. Здесь что-то еще было. А я в Геншин залипаю, изучаю пустыню с Кадзухой. Чтоб знать, что это. Хороший персонаж, все же имбовый. Выносит все, что шевелится. А что не шевелится, шевелится, выносит. Ну и что, прикольно, что ли, играть за имбу? Играю он за лучника. Не станлочит его, что ли? Ой. Ой, хорошо, что левел. Только это комба есть. Он сначала один шарик делал, потом два сразу. Ну, мы отлично, кстати, левел получили. Прям вот идеально. Блин, я хочу посмотреть, как вот эту штуку использовать. И чё? Щёлкнуло что-то. Иметь до 3 волшебных самоцветов. Дополнительно скажу. А, это как раз самоцвет волшебный и был. Я их могу 3 на оружие буду делать. Ну, типа, я так понял. Да-да, прикольные звуки, согласен. Звуковой вообще нормальный тут. Что он дает вообще? Нет, один я могу только делать. У меня еще Z-скилл есть. Мне же очень хочется туда бегать. Вообще хочется исследовать. Не, классная игра сделана, реально. Хочется исследовать, это хорошо. То есть, а я мог просто вот здесь обойти, получается. О. Буйство природы. Окраина, забытое богами место. Сюда даже охотники забредают редко. Проклятие подобно невидимым оковам, сужающим наше поле зрения. Мы совсем забросили эти места, и все дороги, которые раньше вели во внешний мир, теперь поросли деревьями. Чужеземцы, забредающие в эти места, остаются глубоко разочарованными. Они никогда больше не увидят великий Афис.
Стоит отметить, что лес разрастается неестественно быстро. Скорее всего, это из-за обилия магической энергии в Афисе и окрестностях. Но главная причина – это сокровища, деятели легиона в тех местах. Сокровища деятельности легиона. Что? А, сокращение деятельности легиона в тех местах. Из-за этого там развелось много диких тварей. Судя по подпалинам на деревьях и колючкам бурой шерсти на земле, клочкам, где-то неподалеку находится логово калицкого вепря. Кровь этого зверя – ценный, но редкий материал для опытов. Я не могу побороть желание пойти по его следам. Однако нужно быть осторожным. Эти звери злобнейшие и крайне опасны. А еще они дышат огнем, представляете? Который расплавляет простые магические барьеры. У вепрей острый нюх. Они бдительно охраняют свою территорию и атакуют любого, кто осмелится приступить ее границе. Особенно свирепы самки. Они не только крупнее самцов, но еще и обладают бивнями, достаточно мощными, чтобы ломать камни. А из их пота может разгореться адское пламя. Самки самоотверженно защищают своих партнеров и детенышей. Один знакомый охотник рассказывал мне о кабанихе Милетте, обитающей в лесу. Ее прозвали матриархом. Она обладает всеми перечисленными качествами, и ей нет равных по физической силе. Даже самому опытному охотнику придется туго в схватке с Милеттой. Возможно, мне стоит найти себе помощников, ведь я могу встретить не одно, а несколько каледонских вепрей. Ага. Это, похоже, она и есть, да? Блин, есть ли тут лук, а? Ну ты чё, говорит? Ну чё ты с третьего раза прочитал? Не проснул, что ли, ещё? Да не, ну бывает слово, как бы, не идёт. Неподходящее, не должно оно там находиться, знаешь. Так, ну и все, тут больше ничего нет, да? Мы узнали про ингредиенты. Снова бежать по яду я не планирую. Когда можно просто вот здесь отбежать и все. Развод, блин. Хотя вон там интересно, что лежит. Здесь вепрь, да, нас и поджидает. Да, причем самка с рогами, понимаете? Блин, здесь тайминг даже на прыжки у этих животных надо соблюдать. Блин, а шорткат никакого случая нет. Чтоб потом быстро к кабану идти. Мне кажется, меня кабаны просто аннигилируют, нахрен. О. А, ну потом можно будет просто пробегать. Так, поврежденное серебряное украшение. Что бы это ни значило. Да, это, наверное, материалы. Можно использовать для дальнейшей обработки. Бла-бла-бла. Так, а это что такое? Прощальное письмо отца. Ага, окраина какая-то. А талисман как юзать? Усиление 0. У меня пока нет украшений. Можно, кстати, скины менять. Прикольно. Блин, вот у меня есть этот талисман, но... Но он уже не заряжен, да, все. Нифига хп отнимает все быстро, офигеть. Ну ладно, выпью хилку. Ах!
А, он еще сразу второй раз бежит. А, я еще и встану, короче, я не мог ничего делать. Офиг, я не знал, что он три раза бегает. Жесть. Типа, думал, уклонился, такой ништяк. Блин. Настя, я умираю, я тоже что-то трачу, да, вроде какие-то ресурсы? На максимальной сложности написано было, что я трачу много всего. Все похоже. Так ты получи такой удар, тоже будешь кашлять, как 40-летний. Ладно, едем убивать этого быка. На пофиг. Ну, я так понимаю, можно, да? Не париться. Надеюсь, моб за мной не побегут. Просто знаем, что он несколько раз чаржит, да? Кстати, я ему, по-моему, урона вообще не нанес. Три раза его. Красивенько! А, он так, что ли? Да. Блять. И что надо делать, короче, когда он пыхтит огнем, надо идти за спину к нему бежать. Блин, офигенно, слушай, мне нравится такой геймплей. Фух, интересно. Каледонский вепрь, мать его. Увлекательнейшая игра. Да, Драгонсвин, реально. Ну вам как? Мне вообще пока заходит. Слушайте, игруха-то оказалась лучше даже, чем я думал. По крайней мере, боевка очень клевая. Что дальше будет, посмотрим. Я даже не уверен, что я убью его, правда. Нельзя так, да? В него тоже не работает. Надо скилл взять, где он быстрее, типа, выходит из стана. Блин, последний раз я купил. В спину больше урона летит. Ты сука, ну не знал, это лейтовый у него скилл, когда хп мало. Блин. Сука. Все ж так классно было. Блин.
А я не знаю, как ману юзать. Ну, точнее, знаю, у меня есть скилл, но он здесь, по-моему, не пригодится. Геракл вообще-то на изи Калидонскую вепрь размотал. Да я тоже на изи. Ты что, не видишь, что ли? Вообще без проблем. Даже не вспотел. Это приснилось все вам, что я проиграл. Глаза открыл, все. Говорит, пойду-ка охотиться на вепре. Я, может, скачал что-то не то для посоха. Мне кажется, да, я почти силу качал, атаку. Она вряд ли посоху нужна. Ничего, сейчас мы это исправим. Еще управление не очень удобное. Очень неудобное. Ох ты. Комба есть с даггером. А что, он снова его? Делаешь-то? А, вот это. Нормально скилл, кстати, бахнул. Ой, все, бега. Ты этот стан после... Сейчас огонь будет, надо бежать. Блин, я не могу за него пройти. Как так-то? Ну, блин, как так-то? Ну, я же подлетеклонился. Фу, вот этот скилл у него, он, я не понимаю, как его выйдеть. Это вроде полноценное. Здорово, президент. Пипец, блин. Скилл очень хорошо бахнул, на самом деле. Ну, что-то, в общем, да. Лошария какой-то. Не могу убить кабана, блин. Может быть, посох не так хорош. Хотя вроде нормально. Привет, Амань. Печальный хрен, здрасте. Он прыгает в центр, затем на тебе нужно подальше от центра. Он не в центр прыгает, он на меня прыгает в то место, где я был до этого. То есть мне надо отбежать с того места, плюс еще бежать и прыгнуть в тот момент, когда он прыгает. Ну, я так это понял. Не знаю, короче. Еще у меня какой-то заряжается какой-то талисман. Так игра переводится, да фиг знает. Можно его тупо байтить на пробежке. О, вот это сильный был тогда удар, я на него попался. Сейчас огонь должен быть. Что-то не делает огонь. Что-то вообще по-другому все играет. Трижды бегает уже.
Дворкан 2, нет, новинка вышла, решил поиграть в эту игру. Делись как мужчина, ближний бой. Да можно и ближний так. А, надо кувырок именно в тот момент делать. Тайминг, короче. Чем мне драться как мужчина, если я за девушку играю? Блин, ни одного. Вот огненное сделай дыхание, я тебя убью сразу. Блин, ништяк вообще. Фух, сейчас взорвется еще, ну нахер. Не, не взорвался. Фух. Есть как крыса без спины. У меня, да, у меня все оружие. Посох, крыса. Я вообще посох, кинжалы. Да, отлично, мне нравится. На максимальной сложности прям игра огонь. Интересно играть. Как Dark Souls прям. Так, ну усиливаем, хрен знает что. ЦБА, УНН. Усилием ЦБА, УНН. Понятно? Так, скорость восстановления очков астрала. Это типа, чтобы скиллы использовать, да? При использовании обычных атак. УУН. И уровень урона от навыков. Дополнительный урон, который вы можете нанести с мощных навыков. Это даже не босс был. Первый босс крокодил, если я правильно понял. О, ну, крокодил сюжетный, как бы, типа, босс. Так. Бальзам восстанавливает здоровье быстрее, но максимальное количество, которое можно нести одновременно, уменьшается на 4. Повышает устойчивость, снижая вероятность прерывания ваших действий. Дальность метания предметов. Меньше урона, пока длится эффект бальзама. Уклоняйтесь быстрее, когда вас сбивают с ног, но с большими затратами очков. Короче, когда вот меня кабан с ног сбил, я в стане, в таком микростане стоял. Я не мог, типа, выйти из него. И вот эта штука позволит быстрее из стана выходить. В принципе, клево. Ну, надо, наверное, скилл какой-то все-таки вкачать. Бальзамы восстанавливают больше здоровья или пинты звездной пыли восстанавливают больше очков маны. Ну, давайте хп возьмем. У меня всего два зелья можно юзать. Что-то такое себе, на самом деле. А больше никого дропа здесь не было? Не, ну, клево, на самом деле, реально интересный босс. И... Не сказать, что он сложный, просто непривычно, была механика. А тут есть еще три вида оружия, все правильно. Они настраиваются, ты можешь в любой момент их напялить на себя, вот и выбираешь. Что такое ОП-2? Это типа в руке 2 сейчас, а это в руке 1, да? Здравствуй, генерал, говорит, вырывается с двух ног таверны. Мое почтение, Грейгот. Ну, можно копье еще потестить, конечно. Браслеты какой-то минус ставят. Волшебный минус устанавливает их на земле. Наступит, взорвется. Ну, вообще, посох и браслеты, как бы, кажется, комбой, да? Типа, ставишь посохом, стреляешь издалека, мины под себя ставишь, они на тебя бегут и вырываются. Ну, как бы, в принципе, прикольно. Копье и меч щит, мне тоже, мне кажется, хорошая штука. Потестим копье. Выглядит. Мне нравится копье вообще в целом. Слушайте, а он будет восстанавливаться, интересно. Теперь идем на крокодайла, да? Нифига урону копья. О.
Да ё-моё. Вот, вот этот скилл я хотел проверить. Комба, видите? То есть юзаешь сначала удар копьем, а потом посохом. Зажимаешь кнопку. Ну-ка, если сначала посохом, а потом копье. А, вот, тоже что-то крутит. То есть комбинация оружия еще есть. То есть он просто вот так бьет, а если с посоха сначала? Блин, прикольно, слушайте. Что бы это ни значило. Ух ты! Еще и прицельные лучи есть. Типа что-то подстрелить можно, да? Так, а у копья какие скиллы? А, это я на Q жму, это скилл такой. А это парирование. Понятно. Тун-тун-тун. Так, нам вот сюда вроде, да? Да блин, не получается, как я хотел. О, он стреляет кто-то у нас. Ну, что-то нас чуть не убили. Ух. Там мы уже были. Ну ладно, попробуем с динозавром подраться. Не знаю, копье, короче. Копье, конечно, лучше даггеров. Ну мы с вами что, с даггерами играем? А в этот раз, кстати, нет ролика. Но этому урона больше летит. Нет, забываю, что... Офигеть, дымага! Сейчас стрельнет мне. Ой, уклонился. Хо-хо! Ой, не вовремя хилочку бью. Не знал, что он так еще может. Это же крокодил. Блядь, да как он задевает меня? Не могу вообще комбу сделать. Сейчас прыгать буду, да? Блин, жесткий. Надо, короче, когда он ко мне подлетит... Блин, сократился. Свернулась игра. Сейчас стрельнет. Нет, успел. Куда она била? В стену! Жесть какая-то. Не могу вообще. Его мувсет приютный.
А это что такое? Блин, это надо было в тайминг прыгать под нее. Это тоже, я не знаю, как завоевать место, нет ни хрена. Хилки закончились. А, нет. Что, убью или не убью? Надо хоть ставки делать, что ли? Да, блин, под лапу, короче, попадаешь и все. Он не дает даже три шарика Блин, надо прыгать именно вперед и влево, короче, от него. Чтобы не попасть под лапу. Вот, видите как? Блин, вот это я не знаю, как он. Непонятно, когда прыгнет, типа. Как зацепило. Последняя хилка. О, уклонился. Последний удар. Куда он стрельнул? Есть, воздух добил. О, жесть. Фу, брошь из белого чего-то там. Фу. Вот это экшон, блин, конечно. Как Dark Souls, блин. Все хилки, последняя хилка осталась. На рукояти стоит метка легиона Северного Ветра. Кинжал легион Северного Ветра. Новый выбил. Наверное, папа и остальные здесь проходили. Значит, я на правильном пути. Должно быть, они уже вошли в офис. Скал! Новая запись «Огромный крокодил». Ну-ка. А где эта новая запись? Судя по стилю изготовления этого клинка и отметки на эфесе, он принадлежал воину Северного Ветра. Скол! Бедная ящерка. Да гол бегать и срать минами, говорит. В легионе Северного Ветра введены уникальные методики тренировок и организационные устройства. У каждого воина есть свое особое оружие, изготовление которого он сам участвовал лично. Нам дали какой-то там амулет. Пинты звездной пыли в основном больше очков. Блин, я не пойму, а где таланты-то остальные? Че не понимаю? Меню навыков.
Навык один у меня, 68, что это такое вообще? Вихрь ударов. Ну типа всех бьет, да? Может оружие надо выбрать? Нет, у меня все заблокировано пока. А я звездочку прокачал, и она больше не качается. Может быть, целиком надо открыть ветку? А, наверное, вот откроется ветка целиком. Видите, она разделена на три столбца, типа. Если я вот третий выучу навык, у меня откроются вот эти, похоже. Наверное. Еще какую-то фигню выбили. Медаль какую-то мы выбили. Амулет. Ладно, погнали дальше. Три бальзамчика. Норлонда. Северный ветер. Какая величественная городская стена. Должно быть, это и есть Афис. А Норлонда, епт. Реально. Так. А, это было обучение. Нормально. Хорошее такое обучение на максимальной сложности. Наверное, где-то здесь они нашли способ проникнуть внутрь. Хорош, такое обучение было. Это же стены Лордрана. Где-то рядом храм огня должен быть. Да я говорю, вообще капец, один в один. Даже в архитектура, смотрите. С такими этими. Все прям. Впереди будут страдания, если это было просто обучение. Посмотрим, может обучение самое сложное. Такое бывает в играх в некоторых. Пока привыкнешь ко всему. Поймешь мувсеты. Это же... Могила легионов. Легионеров Северного Ветра. На этой могиле лежат различные предметы экипировки легиона Северного Ветра. Судя по надписи, это место стало последним пристанищем для Хафтера и Гуннарсона. Это могила легиона. Судя по ее виду, появилась она здесь недавно. Хафтер и Гуннарсон. Не знаю, что стало причиной вашей гибели. Надо сопроводить ветер вашей души. Она все время записывает книгу, мне нравится. Прикольно сделали. Типа она ведет расследование, куда легион ушел. Ну, пропал, почему он не вернулся. Судя по направлению отсюда, я смогу добраться до города. Клево. Ух ты, какая ужасающая магическая аура. Даже в лесу было просто странных и незнакомых мне существ. Если все дело в магии, то в городе, наверное, тоже их куча. Так, Хильда, не думай об этом. Ты должна сосредоточиться на задании. Да, и потоптался на могиле. Ух ты. Плитка серебра была запрятана, ни хера не видно. А есть свет какой-нибудь там? День добрый, здоров, Наруто. Вижу новую игру. Герой 4 уже допрошли, что ли? Нет, новинку просто. Не могу поверить, что Хафтора и Гуннарсона больше нет. Что же случилось во время операции «Пепельный ветер»? В последнем рапорте говорилось лишь о том, что Афис остались жители. С тех пор от них не было ни слышно ни слова. Я очень за них переживаю. Надеюсь, северный ветер приведет меня к отцу. Я бы все за это отдала. Новиночку надо же показывать людям, а то совсем забудут люди, что новые игры есть.
Ух. Только бы не свалиться отсюда. Я ведь так и не сдала экзамен легиона по плаванию. Ненавижу это чувство. Под водой словно нет дна. Дневник беглеца первый, наконец-то мы нашли. Этот идиот, Марбл, не придумал ничего лучше, чем ввести военное положение. Может, он вообще решил править Афисом в одиночку. Получится ли у него снять Астеригас? А вот, кто спрашивал, что такое Астеригас? Вот что-то тут мы, видимо, узнаем, что такое Астеригас. Астеригос. Судя по состоянию людей и потому, что армия потеряла контроль над всеми районами, можно сказать, что Афису конец. К счастью, я давно готовился сбежать из этого проклятого места. Мы нашли уже 3 дневника. Так, обломки астеритовой руды. Мне кажется, туда можно упасть и что-то проплыть куда-то. Или думать нет. Бальзамчик. Не, ну локация классно сделана, прикольно. Рыжая бездушная, ну, прочее, как обычно. Ну а кто еще должен быть главной роль, если не бездушная рыжая красавица? Что это за волшебные эманации? Еще обломки руды. Там впереди эта энергия отличается от того, что я чувствовал раньше. Что это, какая-то магия? Что за... Выпустите нас! Мы хотим уйти! У нас приказ от Архонта строго проверять каждого, кто пытается покинуть офис. Но это не из-за меня распространилось проклятие. У меня есть пропуск и подтвержденные средства. Вы обязаны меня пропустить? Нет, не обязан. Вы нужны. Вам нужно повторно подать заявление на пропуск. Идите на площадь и... На помощь, чудовище. Один человек только что превратился в монстр. Что? У него в руках был астерит. А потом он вдруг... Да благословит нас троица. Мы обречены. Это что, какая-то магия образов? Неужели я увидел то, что произошло в офисе? Связано ли это с проклятием? Здесь столько невероятных явлений. Мне это нравится все меньше и меньше. Надо записать. Так. Черкануло каракулю. Продвигайтесь по улицам вдоль офиса, вглубь офиса. Ух ты. Рыцарь. Стоять, силач. Подожди, ты же житель офиса? А ты, я вижу, из Легиона Северного Ветра. Только ты еще ребенок. Ты знаешь про Легион Северного Ветра? Не подскажешь, где мои собратья? Сейчас на это нет времени. Ты пойдешь со мной. Ой, блядь, ты чё, блин? Ты дурак вообще, нет? Блядь, боссы на боссе просто. Ой, фиг. Ой, как стрёмно получилось. Бля, ниндзя какой-то. Раз, два, третий прыжок. Ой.
Ой-ой-ой. Чувак, прекращай бить женщин маленьких. Так, надо даггером его. Я знаю, как его бить. Нет, не так. Нет, нет, это еще что за ниндзя? Да ты что, рехнулся, что ли, чувак? Ты щит потерял вообще-то. Охренеть не встать. Больной вообще, ублюдок. Тебе говорили? Паладин идет. Что, что за дымак вообще? Давай поколдуем. Успеть, успеть. Ну, хотя бы без щита теперь. Блять, ну как это пипец какой-то вообще? Что за нахрен? Просто три чувака и все эти... Последних три монстра, которых мы били, все боссы были. Как же смешно будет, если это будет наш друг. Неужели она и правда воин Северного Ветра? Но ведь она еще юна. Ах ты ж, блядь. Ты пойдешь говорить со мной. Госпожа, при ней был этот приказ. Его нельзя победить, короче, походу. Более того, госпожа, прошу прощения, что вмешиваюсь, но у нее на шее кулон. Он бы меня в конце, походу, уработал. Что ж, хорошо. Я смотрю ее и проверю волшебную синергию. Да не, он бы в конце, походу, что-то сделал мощное. Что? Ух ты. Греческий пантеон какой-то. Она очнулась. Прекрасно. Нам нужно поговорить, чужеземка. Что это за место? О, северный ветер. Вы все выглядите странно. Кто такие? Офисяне? Да, мы офисяне. Если точнее, мы Аристои. Меня зовут Минерва. Я дала приказ схватить воинов легиона Северного ветра. Минерва. К моему счастью, мы встретили тебя. Видимо, такую судьбу нам уготовила Троица. Что теперь со мной будет? И кто такие эти Аристои? Тише, тише. Аристои — это человек благородного происхождения. Как тебя зовут, дитя? Хильда. Хильда, ты пришла сюда от имени королевского дома своей страны в поисках командира Гарольда, верно? Ты рылась в моих вещах! Спокойно, я еще не договорила. Я проверила твою невосприимчивость к магии, именно поэтому я знаю, что ты не просто разведчица. Ты дочь Гарольда. Ах ты! Сочту это за признание. Что ж, продолжим. Я хочу обсудить с тобой кое-что еще. Роксана, покажи эхо еще раз. Да, госпожа. Эвменит, какая удача. Я как раз искал твоего нового друга. Это не удача, я сам к тебе пришел. Приятно видеть тебя в добром здравии, но прошу, прекрати общаться с Гарольдом. Он крайне важен для моих планов. Взгляни, что они сделали. По твоей милости, остановись, Эвменит. Ты принес наш город хаос. Этого я и хотел. Они превосходные бойцы и довольно эффективные пешки. Я добьюсь своего, и чужеземцы мне в этом помогут. То есть ты готов пожертвовать всем ради собственной выгоды? Ну что ты за лицемерка? Ты ведь сама прекрасно знаешь, что Афис — лишь угасающая иллюзия. Да, некоторые солдаты погибли. И что с того? Каждого, кто попытается меня остановить, ждет расплата. Ты заходишь слишком далеко, Эвменит. Немедленно отпустишь чужеземцев своими действиями, ты навлечешь на нас беду.
Какая ты жалкая. Думаешь, повысив голос и глядя на меня с укоризной, ты сможешь воззвать к моей совести? Наши отношения уже давно преданы земле. А Геральт тебя не послушает. У него нет другого выбора, кроме как повиноваться мне. К тому же, чужеземцы полностью в моей власти. Что тут непонятного? Ты... Ты сама знаешь, что не сможешь помочь Геральду. Он не станет тебя слушать. В каком-то смысле он даже упрямее меня. Что, думать фейки, да? Разговор окончен. Я сказал все, что хотел, а теперь я тебя оставлю. И знаешь, Минерва, нам не стоит больше видеться. Эвменит! Отец, что все это значит? Если вкратце, легион твоего отца подстерегала опасность. Эхо камня запоминает все, что происходит в этом городе, а не показывает их чистую, неискаженную правду. Есть вопросы? О, ничего себе. Спросите о том, что случилось с городом. Что случилось с легионом Северного Ветра? А зачем вот эту реплику, если я выбрал, тем более без озвучки? Это вот спорное решение. Ну, лучше бы сразу давали ответ на вопрос. Я же уже как бы ее прочитал и озвучил. Банда Черных Улиц следили за ними с тех пор, как они сюда прибыли. Лабрисы отлавливают чужеземцев, что осмеливаются войти в город, и используют их в своих целях. Вашему легиону удалось от них отбиться, но его настигла опасность посерьезнее. Это как-то связано с тем Эвменидом? Да, он повинен во всех наших несчастьях. А кто такой этот ваш Эвменид вообще? Кто это такой? Мой отец не стал бы сотрудничать с ним по доброй воле. В чем же тогда дело? Эвменид — это тот самый человек, что впустил в город проклятие и сделал нас такими. Он сотворил такое с целым городом в одиночку. Но я думала, что Афис проклят уже 1000 лет. Значит, вы... Все верно. Мы использовали эти изможденные тела на протяжении 1000 лет. Постой! Вы прожили 1000 лет, но это же невозможно! Если вкратце, сейчас Эвменид, несомненно, самый опасный и коварный враг Афиса. Он воспользовался преданностью твоего отца королю, чтобы манипулировать легионом. А еще он пытался помешать мне найти способ снять проклятие. Почему же он хочет тебя остановить? Зачем ему это? Что это за проклятие, и как его от него можно освободиться? Я понимаю, что ты потрясена, но нельзя ли немного подождать, прежде чем спрашивать о таком? Почему это? Я же еще не задавал вопросы более личного свойства. Мне известно, что ты до сих пор меня побаиваешься, но я тоже не могу всецело тебе доверять. Прежде чем мы с тобой станем более откровенны друг с другом, тебе придется доказать свою ценность. Что скажешь? А что вообще случилось с этим городом? Сколько в Афисе таких же, как ты? Ты, вероятно, думаешь, что Афис — проклятая пустошь, но это не так. Многие здесь по-прежнему стараются жить обычной жизнью. Город населяют простолюдины, солдаты и даже банды головорезов. Однако из-за магии мы не можем выбраться за его пределы. Почему? Ответа я тебе не дам. Вернее, скоро ты сама все узнаешь. Значит, Эвменид не просто угрожал моему отцу, но еще и манипулировал им, чтобы тот делал за него всю грязную работу. Но они же не хотели исследовать Афис только из всего. Почему все так произошло? Неужели? А мне кажется, твои люди совершили большую ошибку, решив прийти сюда. Я не причиню вреда кому-либо из Легиона. Однако для всех будет лучше, если вы как можно скорее покинете наш город. Если ты готова сотрудничать со мной, вероятно, мы сумеем положить конец этой катастрофе, обойдясь малым числом жертв. Что скажешь? Ради безопасности отца и остальных солдат я готова на все. Ясно. Что ж, тогда ты со всех из последователей, я приветствую тебя в наших рядах. Отдохни пока или познакомься с местными жителями. Они помогут тебе привести в порядок оружие и снаряжение. Как будешь готова, возвращайся ко мне, и мы обсудим наши дальнейшие планы. Приветствую, Катерина. И всем остальным в чате, кто с нами. Таланты.
Теперь вы можете выбирать, какие таланты развивать, чтобы в совершенстве овладеть любимыми умениями и оружием. Благодарю за фоллоу. Химирок. Хайм... Подождите. Хмиренок. Слушай, а скажи, как правильно читать твой ник, чтобы я не гадал. Приветствуем в таверне. Спасибо за фоллоу. Будь как дома и приятного просмотра. О, и Камиль Джан здесь. Мое почтение. С днем вас, волчьи стаи. Подробнее в наших соцсетях. Восклицательный знак ком. Это укрытие, подконтрольная последователями территория, а также безопасная зона в игре. Поговорите со всеми обитателями укрытия, чтобы узнать об Афисе больше. Минерва. Лидер последователей. Минерва — лидер. Она будет поручать вам задания. С помощью военной таблицы, в которой представлены сведения о ситуации в каждом из основных регионов. Так, записать надо. Скал! Скал! Блин, это как будто из мобилок из каких-то, чувак, просто. Всем здрасте. Здрасте. Wicked, wicked. Стримеру хорошего стрима. Благодарю. Сейчас посмотрим всех. Я пока осмотрю, что-то есть вообще. И обязательно всех рассмотрим. Это остатки армии, ну, людей живых, которые относительно. Ну что, да, так сделано. Глаза даже у нас какими-то этими разводами, или просто это косяк такой отсвечивает, да. Хватит мне в глаза смотреть, говорит. Ух ты, новый навык появился. Такого не было у меня. Вау. Ничего вроде нового. Почему даггеры так научились? Блин, да это же офигенно. Почему я раньше так не мог делать? От крокодила уходить, да? Бах, и потом... Смотри, так... Блин, офигенно вообще. Ладно, давайте поболтаем с остальными людьми. Че, хм? Я что, разбудил вас? Я не спала, у меня ужасно болит голова, милочка. Но сейчас не об этом. Добро пожаловать в укрытие, наш славный дом. Ты можешь называть меня Леди Роксана. Я экономка. К твоему счастью, моя работа тебя почти не касается. Конечно, если ты вдруг захочешь со мной поговорить, а у меня как раз будет свободная минута, я могу рассказать тебе кое-что об этом городе. Хорошо, спасибо. Осмелюсь спросить кое о чем, что меня весьма любопытно, девочка. Почему ты стала воином? Ты же девочка. Ну, понимаете, разработчики любят, чтобы играли за девочек красивых. Я тоже не понимаю суть вопроса. Значит, ты по своей воле отказалась носить платье, понятно. Давайте-ка сменим тему, дитя, иначе у меня снова заболит голова. Экономка Роксана, главная экономка, последователь. Она много знает об эхо-камнях, важных источниках информации и прошлом, и настоящем офисе. Роксана также можно отдавать предметы на хранение. Она прибережет для вас все, что не поместится в вашу сумку. Вы можете забрать свои предметы у нее в любое время и вернуться в укрытие. Экономка — это кто в поместье обычно занимался чем-то, подсчетами всего, что происходит, скажем так. Ты сказал, что это какие-то греки, а это римляне. Лук. Лука нет. Я обожаю лук. Как ты себя чувствуешь? Голова немного кружится, когда я пришла в себя, но сейчас все в порядке. Впечатляет. И в самом деле сильнее обычного ребенка.
Легион Северного Ветра — это элитные войска, куда принимают только лучших воинов. Так что не надо сравнивать меня с обычными детьми, ладно? Я не это имел в виду. Тебе подвластны все виды магии, но твои уверенные движения и сноровка меня поразили. Не все виды магии. Может, представимся друг другу? Я Бион, капитан стражи госпожи Минервы. Отвечаю за организационные работы, оперативное управление и укрытие. Это я нашел то эхо, которое ты только что прослушал. Гарен, реально, о чем хочешь поговорить? Только не спрашивай, как меня одолеть. Отвечает за всех солдат. Вы можете не только получить у него информацию о заданиях, но и попросить его стать вашим партнером в тренировках. Поговорим о тактике подготовки. Поговорите. О Бионе последователе. Расскажи о себе. Ха, сразу к делу, как настоящий солдат. Мне тебе это нравится. Когда-то я был центурионом Афисского легиона, но вскоре судьба распорядилась так, что я стал просто стражем госпожи. Позже на Афис обрушилось проклятие. Я понимал, что госпожа готова на все, чтобы спасти город, поэтому решил примкнуть к последователям. Моих повсеместной обязанности входят тренировки солдат, командование войсками и, самое главное, участие в сражении. Именно мне поручают все задания, требующие применения грубой силы. Такое же описание подошло бы лучше легиону Северного Ветра. Мы не просто армия, мы выполняем задания по приказу короля. Время обычных армий давно прошло, но связь между братьями и сестрами по оружию нерушима. Так, а что там про тренировки ты говорил? Ты молодо выглядишь. Как тебе удалось стать таким сильным? В Афисе уделяют особое внимание военной подготовке. Все аристои с юных лет проходят обучение боевым искусствам. Я родился в такой семье, что просто не мог ударить лицом в грязь. Поэтому я прошел отбор и преодолел путь к вершине до самого звания центуриона. Я считаю, что довести боевые и магические навыки до совершенства могут лишь упорные и регулярные тренировки. Ну, ты, конечно, сумел дать мне отпор, но у нас, офисян, есть мощное оружие и астерит. Так что даже лучшим воинам Анбари с нами не справится. Ну, зря ты нас недооцениваешь. В следующей схватке я точно возьму верх. А ты с норовом, молодец. Так, это мы об Афисе. Про эхо можешь рассказать что-нибудь? Я так ничего не поняла про эхо. Откуда оно берется? Если честно, мы тоже мало что знаем о происхождении эха. С тех пор, как на нас напало проклятие, магическая энергия города усилилась, стала более хаотичной. И здесь начали происходить странные вещи. Значит, город сам по себе записывает события? Это как-то странно. Все теории на этот счет довольно сложные. Я сам как-то слышал от натурфилософов. Из-за мощной магии в Афисе появилось одно явление, которое мы не можем в полной мере осознать. Оно не подвластно времени, понимаешь? Любое воспоминание, оставшееся след на этой земле, поглощается магией и воссоздается вновь. То есть даже то, что происходило в городе еще до проклятия, может быть преобразовано... в эхо камень? Да, но такое бывает редко. Мы пока не можем тщательно изучить эти камни. Вероятно, у них есть и другие применения. К слову, с помощью эхо камней я ищу места, где появляется твой отец. А можно я тоже буду собирать эхо камни? Конечно, можешь собирать и приноси их вот мне, например. Подойди-ка поближе и впусти, ступи с ним в резонанс. Тогда магическая энергия преобразуется в особый вид астерита. Понятно. Ну все? А тактики и подготовки? А, ну короче, у него просто тренироваться можно. Слава Троице. Скилл прям как в Dark Souls. Да это как храм, короче, реально. О, лисичка. Чуваки, вам нельзя это видеть. Вы воспылаете просто сейчас сразу. Там же, блин, лисичка настоящая. Маджула, короче. Собрали всех, кого можно здесь. Привет, могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Ой. Прости, милая, ну и видок у тебя. Я ж опешила. Хотя это надо тебе, меня пугаться, а не наоборот. Все нормально, я не испугался. Ты такая храбрая, некоторых последователей от меня в дрожь бросает, а ты даже брови не повела. Ну, видимо, ты не просто чужачка, это замечательно. Меня зовут Вулкан, я работаю здесь кузнецом. Могу починить твои доспехи и оружие. Скажу без ложной скромности, я в этом деле хороша. Хочешь посмотреть? Кузнец Вулкан. Она способна улучшать оружие Хильды с помощью афисских технологий.
Вулкан также умеет создавать защитные украшения, которые носят многие офисяне. В этом украшении заключена магия, усиливающая защиту Хильды. Давай посмотрим, что она может. Hey, sweetie, what's up? Поговорить. О себе можешь рассказать? Можешь тебя спросить? Ну, а я думала, тебе не интересно, почему я так выгляжу. Долго же ты терпела. Как видишь, кожа у всех офисян стала фиолетовой или синей, а тела почти полностью кристаллизовались. Мы выживаем только благодаря звездной пыли. И я была такой, пока не прошла вторичную мутацию. Как тигр. Пока прикольно. Ну, я не знаю, чат надо спрашивать. Нет, что... Вторичную мутацию? Что это такое? Ну, долго объяснять. Если углубишься дальше в Эфес, то скоро сама все узнаешь. Но сперва дай-ка мне взглянуть на твое оружие. О кузнечном деле. Расскажешь мне что-нибудь о кузнечном деле Эфеса? Ты обратилась по адресу, милая. Благодаря Астериту наше ремесло во много раз превосходит работу иноземных кузнецов. Астерит позволяет пользоваться магией даже тогда, когда кто ей не владеет. У нас есть печать, с которой жар долго не спадает. Есть металл, который проводит или поглощает магическую энергию. Есть защитное снаряжение, которое оберегает кузнецов от ожогов. Да и много чего еще у нас есть. Я могу изготовить все, что пожелаешь, если ты принесешь мне чертежи и необходимые материалы. Об Афисе можешь рассказать? О городе. Афис — такой удивительный город. Я уже плохо помню подробности тысячелетней давности, но во время рассвета Афис был просто великолепен. У нас были шкафчики, в которых продукты долго оставались свежими, приборы, которые сами по себе чистили одежду, и предметы, которые записывали звуки и музыку. А еще у нас были магические статуи, которые выполняли приказы, яркие огни, освещающие город по ночам, и железная дорога, соединяющая разные районы. И это далеко не все. Я даже представить не могу все, что ты назвала, а сейчас такого уже нет. За 1000 лет жизни под гнетом проклятия кое-что сохранилось, но оставшееся давно вышло из строя, либо было уничтожено. Но я верю в госпожу. Под ее руководством Афис снова расцветет. Ты только подожди, милая. Так, создать украшение. Фури, ну нафиг. А то накует какой-нибудь куйни, а вам с ней потом и ходить. Игра симпатичная, милая, как минимум. Да не, прикольно. Мне нравится игра, пока вообще интересно играть. Потертое кольцо скрипит. За 1000 лет этот предмет получил много повреждений, но не утратил своих защитных свойств. Когда лабрицы разграбили район базара Аргис, граничащий с черными улицами, это украшение стало одним из основных элементов их снаряжения. У меня нет ни на что скрафтить. Да? Не хватает орехалковой руды. Очень много разной фигни можно крафтить. Привет, думаю, что кузнеца не такой тонкий голосок. Может, она курит, как паровоз. Ой, да ну. Так, ну я даже не знаю, что посох оставить. Так-то удобно. Да, это действительно камни апгрейда, как в Dark Souls. Блин, ну лука нет, блин, не знаю. Дальнобойным играть. Улучшение еще и стоит дофиги еще. Катан нету, лука нет, как бы. КЗ с чем играть? Недостаточно материалов. А, тут орехалковая руда уже тоже нужна. Но апгрейды реально много добавляют. Надо ли апгрейдить два оружия? Наверное, нет. Я, видимо, затупил. Грейдить, похоже, надо мейн оружие. Ну, хотя здесь комба используется, значит, все-таки два, возможно. Не, мне нравится игра, очень прикольно выглядит. Со своим сеттингом, со своим всем вообще. Я люблю, когда игры используют... Вот именно полностью реализуют свой мир каким-то задумкам. Интересно, а есть тут пасхалки, как в Dark Souls, какие-нибудь скрытые вещи в храме, которые были? Было бы здорово после прохождения игры. После прохождения игры ты давал ей оценку, скажем. А я обычно так и делаю. Нет, я, правда, не публикую нигде. У меня вот клипы есть некоторые, когда после игры я просто рассказываю, что мне понравилось, допустим, или что не понравилось. Ну, какую-то оценку, как ты сказал. Правда, я их нигде не публикую. Стражник. Эта дорога ведет на базар Аргис.
А через улицу можно выйти к шахте Стелла и Академии Фаллон. Тебе сейчас не стоит туда идти. Ну, а насчет прохождения, может, и не будет прохождения. Это же первый стрим по игре. У нас вон сбор, если понравится людям, то будем дальше играть. Нет, так продолжу играть то, что у меня в заказах. Восклицательный знак заказа, можете посмотреть. Steel Rising не играл. Но это круче, по-моему, Steel Rising. По мне. Но мне такое больше нравится. Здесь прям гораздо интереснее, по-моему. Эта дорога ведет к черным улицам. Я не пропущу, пока ты не получишь разрешение госпожи Минерва. Че ты говоришь? Пиноккио хотя бы будешь? Какой еще Пиноккио? О каком Пиноккио речь? Так, ну похоже тут нет больше ничего. Dark Souls про Пиноккио? Блин, я даже не слышал, что это. Dark Souls про Пиноккио. Как тебе наше укрытие? У вас отличная база, к слову, я готова. Хорошо, тогда идем обсудим наш уговор. Ну а что там обсуждать-то? Моя задача — снять Астериос, проклятие, которое вот уже 1000 лет терзает город. А моя — найти отца. К счастью, Бион передал мне несколько эхо камней. Они все хранят память о твоем отце. Эти эхо помогут определить, где он побывал и каким будет следующий шаг Легиона. Однако... Просто так ты мне их не отдашь, да? Верно. Я должна убедиться, что ты не представляешь угрозы для последователя, а до тех пор эхо камня побудут у меня. Без помощи последователя у тебя нет шансов отыскать в этом городе следы собратьев. Хорошо, выбора-то у меня все равно нет. Но, по крайней мере, интересна твоя организация мне. Твоя любознательность поистине впечатляет. Не желаешь спросить о чем-нибудь еще? Если нет, то можем приступить к делу. Ого. Спросить о ней вообще. Кем она была? Ты сказала, что ты здесь главный. Ты воин? Нет, я Аристойка. Одна из немногих чистокровных. Я из дома Лавра. Моя родословная насчитывает более 1000 лет. Значит, у вас тоже есть знать? Это всего лишь понятие, зародившееся в древности. Возможно, оно отличается от идеи аристократии, известной тебе. Раньше лишь люди благородных кровей имели право носить звание аристоев. Однако в Афисе называть себя так может любой, у кого есть высокий статус и достаточная сумма. Мой дом отвечал за переработку большей части запасов астерита, и мы обладаем глубоким познанием магии. В прошлом многие великие лидеры приносили Афису славу и процветание. Сейчас наш край находится под угрозой исчезновения, и я единственная уцелевшая представительница дома Лавра. Обязана спасти Афис. Тогда ж почему другие афисяне отказываются тебе помогать? Ты еще молодая и не понимаешь всех тонкостей политики, а я не возьмусь тебя просвещать. Понятно, короче. Потому что им нафиг не нужны эти бояре, да? Эй, я же просто... А, ты ну ладно. Спасти она его хочет. Хочет свое место сохранить. Ты сказала, что представляешь преследователей. Кто это такие? Это организация, которой я управляю. Она состоит из людей, неразделенных знаниями. Цель последователей — снять проклятие и обойтись малой кровью. Мы много добились, но Архонт отказывается нас признавать, и мы не можем просить помощи у других фракций. Все наши ресурсы ограничены одной территорией. Архонт... Вас не признают Архонтом? Почему? Ох, я давно не встречала столь же прямолинейных людей, как ты. Ты всегда говоришь то, что первым приходит на ум, да? Ну, может быть, и чё? Я рассказала все, что тебе нужно знать. Что касается деталей, я не обязана тебя в них посвящать.
В конце концов, между нашей деятельностью и твоей целью нет никакой связи. Можешь пока умерить свое любопытство. Так, ну тогда расскажи о последователях. Сколько вас? Основной костяк — несколько десятков человек, но у нас по всему городу есть соглядатели, люди, работающие на нас. Поскольку последователь не армия, мы не располагаем ресурсами для крупных сражений. Некоторые мои подопечные принадлежат дому Лавры и были рядом со мной с самого начала. Позже к нам присоединились и другие единомышленники. На Афисе лежит магическое проклятие, и снять его можешь лишь с помощью магии. По этой причине, помимо воинов и тех, кто обеспечивает город среди последователей, есть и натурфилософы, которые изучают магию. А Роксана, откуда она здесь? Она кажется очень суровой, правда? Однако Роксана лишь выполняет свою работу. Скоро ты к ней привыкнешь. А чем она занимается? Она экономка последователя. Раньше она была вассалом моей семьи. Понятно. Так она тоже аристойка? Да, она из дома трав, который хранит верность дому Лавра. Теперь ты понимаешь, почему она такая ярая сторонница этикета. Представители класса аристоев высоко ценят хорошие манеры. Без Роксаны в укрытии было бы сложно жить. Надеюсь, ты проявишь к ней должное уважение. Например, постарайся не принимать ее резкие замечания близко к сердцу. Ладно, постараюсь. А Бион, откуда ты его знаешь? Бион отлично сражается. Так и есть, прежде чем стать капитаном стражи, арестуев он был центурионом. Нам в укрытии не хватает людей, поэтому Бион вынужден брать на себя все военные задачи. Ты ведь уже видела, на что он способен? Да, он потрясающий боец. Тебе следует уважать его и не только за боевые навыки, но и за прямоту и бдительность. Позже ты поймешь, что я имею в виду. А откуда вы знаете Вулкана, кузнеца, девушку? А, да? Она хороший мастер. Я видела доспехи у нее на прилавке. Они так искусно выкованы. Ох, я думала, ты хочешь поговорить о ее внешности. Не, я бы никогда. Похоже, ты намного вежливее, чем я предполагала. Не думаю, что твой вопрос ее бы смутил. Она очень любит хвастаться своей гладкой шорсткой. Однако я надеюсь на твое чувство такта. В наших краях едва ли встретишь кого-то столь же невинного, как она. Я тебя поняла. Я нет. Так, чем там еще? Об истории Афиса. А что такое вообще проклятие Афиса? Все из-за Астеригаса. Проклятие звезд. Оно изменило нашу физиологию, мы не защищены от ран, но в остальном практически бессмертны. Из-за этого мы утратили свою обычную плоть, а также способности к старению и самовоспроизведению. Умирая, мы превращаемся в сгустки магии и рассыпаемся. Вы превращаетесь в сгустки магии? Вот это да! Если мы долго обходимся без магии, то начинаем испытывать страшную боль. Можно сказать, что мы – нечто среднее между людьми и иными существами. Это трудно поверить, правда? Прошу прощения, наверное, у меня было очень грубое лицо. А влияние проклятия на Афис. Наш король тоже подвергся воздействию проклятия, когда ему в руки попала афисская реликвия. Оно изменило ваши тела. Значит ли это, что так же самое может случиться и с нашим королем? Все начинается с изменения цвета кожи. Это первый признак. Затем меняется физиология. Афисяне больше не могут питаться обычной едой. Вместо нее мы поглощаем магию звездной пыли. Однако, за пределами Афиса вы не найдете достаточно этой пыли, чтобы прокормить короля. То есть, если ваш король не освободится от проклятия, он будет мучиться от невыносимой физической боли и безудержной жажды магии. И тогда обретенное бессмертие станет для него пыткой. Рано или поздно ваш король либо сойдет с ума, либо его плоть рассыпется в прах. Это ужасно! А об астерите, насчет вот этого астерита, о котором вы говорили, у нас на Анбаре есть нечто похожее. Только название другое. Магицит называется, и он не настолько сильный. Я осмотрела твое оружие, ты права. Свойства вашего магицита и нашего астерита очень похожи. Но по сравнению с астеритом, энергия магицита крайне ограничена, поэтому он не смог бы утолить ваш голод. Наш голод. Хотя я почувствовала... Хоть я и почувствовала это, когда прибыла в город, звучит все равно невероятно. Магические возможности Афеса даже 1000 лет назад сильно превосходили все, что ты можешь себе вообразить. Поэтому я не лелею надежд, что чужеземцы помогут нам снять проклятие. Это ты к чему? К тому, что ты не принесла в Афис больше бед. Еще больше бед. И я благодарю за это звезды. А источник звездной пыли, откуда он? Если вы можете питаться только звездной пылью, откуда вы ее берете? Мы получаем звездную пыль после переработки астерита. Но не думаю, что это просто... Перетертый астерит. Ты ведь не считаешь, что мы употребляем руду в чистом виде?
Ну, такая догадка у меня была, конечно. Мы добавляем астрит в воду, алкоголь или тесто, чтобы наша пища напоминала привычную еду. Таким образом, мы поддерживаем свою традиционную кухню. Для нас это важно. Если мы полностью откажемся от своих культурных устоев, то забудем, кем мы были когда-то. Скажи, а звездная пыль, ну, астрит, это неиссякаемый ресурс? А ты как думаешь? Вода иссыхает, огонь прогорает, земля теряет плодородие. Даже ветры однажды прекращают дуть. Последователи неустанно следят за количеством провианта, ищут новые месторождения, перерабатывают ненужные магические устройства и даже ведут торговлю. Но время не стоит на месте. Если мы не найдем выход из текущего сложного положения, рано или поздно астерит иссякнет, и мы погибнем. О Гарольде и Легионе Северного Ветра. О задании. У меня вопрос. Есть ли способ замедлить действие проклятия? Ответ на этот вопрос поможет тебе выполнить поручение отца. Я уже давно в курсе. Можешь не скрывать от меня этот факт. Я слышал, что ваш король добыл некое сокровище из Афиса и был проклят. Поэтому Гарольда отправили на поиски решения. Но он и не предполагал, что афисяне сами не знают, как избавиться от проклятия. О том, что произошло дальше, я уже слышала. Эвменит использовал Гарольда. Ну а разве сейчас вы не ищете выход? Если бы ты сказал моему отцу... Я сказала твоему отцу. Но поскольку у нас нет ни единой зацепки, то на поиски способа снять проклятие уйдут десятки, если не тысячи лет. Сомневаюсь, что ваше королевство будет так долго ждать. Значит, Эвменит знает, как снять проклятие? Конечно же нет. Он солгал об этом, чтобы подчинить себе Легион Северного Ветра. Весь город знает, что он лжец и безумец, ведь это не так. Будь это не так, он бы вводил в заблуждение не только чужеземцев. Ну ладно, перейдем к делу. Я готова. Так как мы будем сотрудничать? Рада, что мы смогли договориться. Начнем с самого простого. Поскольку ты осмелилась в одиночку пробраться в офис, думаю, тебя можно отправить на вражескую территорию. Давай взглянем на макет местности. Я тебе все объясню. Ой, вообще прикольно, ребят. Черные улицы. Между внутренними и внешними стенами города всегда кишели рабами, бедняками и бандитами. После Астерикуса Барат приказал Лабрисам спровоцировать среди жителей Черных улиц бунт, поскольку Афисский легион давно покинул район Черной улицы, стали местным вне закона. Одей, спасибо за фоллоу, будь как дома и приятного просмотра. Таверна, кружки в чат за знакомство. Все, все кружечки ставим. Не халтурить. Принять задание. Итак, первым делом отправляйся на Черную улицу и добудь камень перемещения, украденный Лабрисами. Не так давно его присвоил один из людей Барада. Мы должны вернуть камень. Лабрисы — очень опасная группа. Их лидер Барад даже называет себя королем Черных улиц. Будь осторожен, если Барад заметит последователь, нам обеим будет худо. Когда подготовишься, отправляйся в канализацию. Там находится вход на Черной улице. Информатор Квинт расскажет тебе о камне перемещения. Once you're ready, go to the entrance to the black streets in the sewers. Quintus, the information peddler. Прекраснейший и достопочтенный госпожа, я выполнил вашу просьбу и сообщаю, что камень перемещения у Лабрисов. Я постараюсь разузнать, где он именно. Последний раз, когда вы отправите кого-нибудь сюда, я передам сведения. Также отмечу, что в последнее время люди Барада крайне неохотно делятся информацией. Некоторые даже требуют вино из розового винограда со звездной пылью, прежде чем вообще открыть рот. Пока я добывал эту информацию, остался с пустыми карманами. Возможно ли получить то, о чем мы договорились чуть раньше? Через 3 дня буду ждать вас в нашем обычном месте. Ваш покорный и преданный слуга Квинт. Возьми с собой мерцание. Оно осветит тебе путь. Ух ты, вот это магия, здорово! Что это? Нет. Не просто магия, используй его с умом. Вернемся к делу, отправляйся в туннель слева от меня. Там будет вход в канализацию. Через канализацию ты попадешь на Черную улицу. Там мы с Квинтом договорились встретиться. Ступай, если у тебя появятся вопросы, можешь смело обращаться ко мне, Биону или Роксане. Поняла. На одной из тренировок мне сказали, что информаторам нельзя доверять. Ты смышленая. За это я тебя хвалю. Ты права, Квинту нельзя всецело доверять, но кое
В чем это даже выгодно? Зная, как устроена информационная сеть, мы позволяем ему завладеть определенными сведениями и следим за тем, что будет, когда он распространит их между другими информаторами. То есть он что, продает информацию о последователях другим людям? Да, но это совсем неплохо. Он передает только ту информацию, которую получил от нас. Когда ты упомянул Брада, твой голос изменился. Похоже, ты его недолюбливаешь. Он как бестолковая жаба, которая взомнила, что может выпрыгнуть из колодца, не соизволив отмыться от грязи. Да уж, он тебе и вправду не нравится. Я не желаю воспоминать о его злодеяниях, вспоминать в том, что произошло в офисе, и есть и его вина. Но он же всего лишь главарь банды. Неужели он тоже в этом замешан? Все взаимосвязано, дитя мое. Конечно, проклятие обрушилось на нас из-за Эвменида, но ситуация не усугублялась бы так быстро, если бы Барат не плел свои интриги. А что за камень перемещений? Это редкий астерит пурпурного цвета, кристаллизованный и обработанный особым способом. Я пока не могу раскрыть тебе, для чего он используется, но знаю, что это важная часть моего плана. Поэтому мы должны вернуть камень перемещений себе. Нельзя сидеть сложа руки, глядя на то, как Барат забирает его в свою коллекцию. Хилда? Уйти. Time is of the essence. Мерцание освещает местность вокруг Хильды. Поместив мерцание на панель быстрых предметов, вы сможете включить и выключить подсветку одним нажатием кнопки 4. Другой способ – использовать его в меню предметов. Чтобы изменить кнопку активации быстрого предмета, откройте системное меню. Кстати, изменить, да, надо. О, можно сохраняться, офигеть. Контроллер. Управление камерой. Так, ВАСД перемещения. А R здесь заюзана вообще кнопка? Я хочу хил купить на R. То есть использовать предмет 1, 2, 3. А, тут так нельзя 1, 2, 3. Нельзя отдельно поменять. А что, не меняется, что ли, контроллер? Лол, так их изменить-то нельзя. Они тебе просто сообщают, что они есть, как бы. Лол. Офигеть. Слева, говорит, от меня иди. Прикольно. У нас, говорит, есть настройка управления, но вы поменять их не сможете. Эта дорога ведет к Черным улицам. Мы следим за тобой. Погнали. Так, мне надо огонек поставить, да? А что за украшение, кстати? Почему я его заюзать не могу? Расходует 10% звездной пыли и перемещает владельца к последнему сохранению символа Родоса. Перемещает владельца к проводнику в укрытие. После завершения телепортации предмет расходуется. Наделяет оружие заряженной бомбой магией астрала. Заброшенный акведук. Мне нравится этот щелчок. Пам. Блин, локация реально Dark Souls. Интересно, есть скрытые? Прыжок. Shift и пробел. Хильда способна перепрыгивать некоторые препятствия. Зачем перепрыгивать, если там что-то лежит? Тем более можно пешком, да? Осколок Этерита. Тоже что-то новенькое. А ХП отнимается за падение? Чуть не заметил.
Ух ты, а я не знал. Я, может быть, много пропустил таких вещей. Теперь понятно, зачем посох сновидения. Где враги-то? Хоть бы одного врага показали, да? Есть, писали, что есть невидимые сундуки и секретные стены. О, это вообще офигенно. Да ведь? А, ну он здесь в любом случае перепрыгивать надо. Блин, секретные невидимые сундуки. Капец. Не, ну игруха вообще неплохо сделана, если честно. Я прям гораздо меньшего от нее ждал. Это конец канала, ты же здесь должны... Мы же здесь должны были встретиться. Что это за надпись на земле? В моем хранилище на черных улицах что-то стряслось. Убежал туда. Пришлите подмогу, Квинт. Он просто нацарапал на земле и убежал? Что за хранилище такое? Сказать Минерве или лучше поспрашивать на черных улицах, где у Квинта может быть хранилище? Вот и что. Прямо из Dark Souls надписи на полу. Блин, столько отсылок вообще. Как будто здесь что-то есть. А есть предположение, что нужно фигачить молотом, чтобы стены разломать. Проверю, насколько оно реально. Нет. Но я подумал, вдруг нам стена, типа обучение же вначале. Опять кто-то что-то сжег. Возможно, я пока сюда не могу прийти. А, могу. Нормально обманул систему. Дверь открывается с обратной стороны. Шорткат надо. Сейчас поднимается и бой с финальным боссом. Чисто баг через огонь прошел. Ну, блин, прикольно было бы. Сейчас подойду. Ну что, продолжаем. Не такие уж они гетто, Черная улица. Может, под водопадом? Интересно, а как там можно будет понять, что там скрытая дверь, например? Вообще в игре много запрятано всякой фигни. Реально дофига. Это приятно. То есть, если ну, твои поиски сопровождаются ништяками какими-то, это клево. Подстрекательство, эхо. Друзья, арестуя от вас отвернулись. И это уже не первый раз. Сколько еще нам страдать? Брат.
Может, у нас недостаточно злобы? Может, у нас мало близких погибло? Или мы мало мучились от этого проклятия? Взгляните, что творит Эвменит. Вот что бывает, когда доверяешь Аристоям. Если этого для мятежа недостаточно, то я знаю, что вам на самом деле нужно. Оружие. Чтобы сражаться. И не только пики, копии, храбрость или выпивка. Вам нужен самый разрушительный вид оружия. Стратегия. Да, нам требуется безукоризненная стратегия. Такая, которая обеспечит успех переворота. И принесет на Черной улице стабильность и безопасность. Вы мне доверяете? Хотите, чтобы я дал вам ответ и дал надежду? Тогда собирайтесь под моим началом. Сразимся за же нашу честь. За наше выживание. Ого, топоричек какой огромный. Ни хрена себе. Это что тут живет-то вообще? Эй, девушка! Подай звездной пыльки немножечко. Что? Умоляю, у меня не скажет ничего. Скорат не дает мне звездной пыли. Умоляю. Постой, ты чужеземка? О, нет. Жалкий кусок требухи. Но хорошо, сожрать его можно. Чужачка, походу ты новенькая, не повезло. В этот раз не улизнешь. Он стреляет? Они и правда становятся звездной пылью. Прямо как те пораженные магией животные за пределами города. Звездная пыль — это, короче, душа. Привет, Рагнар Лодброк. Здравствуйте, Вадос. Вадос. Блин, ну это шустрый капец. Теперь я буду везде искать эти потайные двери. Вот зачем вы мне сказали про них? Так, надписи какие-то на домах. Это тут все в надписях, в принципе. Я надеюсь, они с крыши не будут на меня прыгать. Офигеть, смотрите. Опа. Бам. Нифига себе. Вон кто этот топор юзал. Не дотягивается, что ли? О. Офигеть там хп. И снизу еще вон дофига таких же. А, выносливость кончается. О, ничего себе. Как думаете, он кидает топоры свои? Лол, что? Что? Он просто упал. Это было смешно. Походка, говорит, прикольная. Просто упал, чувак. Так, вон ящерка, кстати, смотрите. Ну, ее надо убивать в конце. Вот из таких чуков падает статы. Видите, у него во рту мешочек. Его так просто не убить. Слева на сарае горит свиток. Слева на сарае. Да, прочитаем. Блин, мне магия здесь так нравится, капец. Так красиво сделано. А, вот это он типа чаржится и падает потом. Наверное, лучше не подставляться под его мощнейший удар. А, рехалка в руда, кстати, выпала. У
Ну, я решил вот так вот качать, типа. Понятно, короче, теперь. Ё-моё. И я не знаю, что там. А можно покрутить колесо? Лол. А, вот. Прикольно вообще. Тут нарисована копия молота, кинжала, да? В основном, типа. Резня. Металки какие есть тут. Клинок полумесяца. Ничего себе, дальние атаки швыряют. С молотом. Ба-бах. Ну, волна ударная, понятно. Мощно. Щит-бумеранг. Ну, не знаю, долго как-то заряжается, да? Хотя он вон как много раз ушвыряет. Это он прикольный. И оглушает, очень много тратит стамины, да? Молот, щит. Блин, ну я какие-то не те оружия выбрал, на самом деле. А какого хрена такую классную игру? Я не знаю. Мне игра вообще очень нравится. Пока что прям охеренно играется. Вообще прям офигенно. И лор какой-то подвезен. Как можно почитать, что-то посмотреть. Да ее, видишь, никто даже не смотрит. Че рекламирует? Людям, видимо, не вкатывает. О, шквал вот этой херни. Мне надо выучить. Правосудие. Правосудию я верю, но теперь мне нет ни места. Магическая емкость. Увеличить максимальное количество... Очки выносливости уменьшает, да? Цепкая реакция. Атаку посоха можно зарядить, чтобы усилить заклинание. Вы можете использовать волшебный самоцвет для ускорения зарядки. Пока я не понял, что за самоцветы. Посох можно стрелять заряженными лучами быстрее, но это уходит больше выносливости. Бурю преследующую и уничтожаю цели. Блин, тут видите, как фигово. Не пойти туда. Типа не получится все вкачать. Позволяет зарядить браслеты и превратить их в волшебный меч. Если у вас есть волшебный самоцвет, вы можете использовать его для ускорения зарядки. В лук вот можно? Волшебная мина браслетов снижает маг-защиту цели. Выпускает огонь непрерывно перед вами. Добавьте еще один дурак оружия, трансформированного из браслетов. Выпустите астральную энергию своих браслетов, создав ударную волну, отбрасывающую всех. Увеличивает дальность обнаружения волшебных мин, выпускаемых браслетами. Они автоматически преследуют врагов. Призывает глыбу льда, которая подбрасывает врагов в воздух. Блин, вот это мне нравится. Ледяное острие. Люблю все связанное с магией. Ну что, только за маг поиграем. Чё? Кинжалы буду использовать пока как для движения. Типа вот, быстро скользать. Нормально вроде комба. А хотя как, это либо я браслет изучаю, да? Пойдем сюда пока. Меню способности пока не открылось нового, да? Ладно, пока играется, играем так. Какая разница, может там билд можно поменять потом. Документ о регистрации раба у нас тут получен. Рабы, желающие стать рабами, чтобы прислуживать на базаре, должны пройти регистрацию, проверку у местного чиновника. Регистрация заканчивается в начале следующего месяца. Архонт по гражданским делам Сирена. Блин. Это еще и заплатить, может, надо, чтобы рабом стать. Добро пожаловать... Ну а что, за ипотеку уже мы платим. Добро пожаловать на Черной улице, брат. Позаботиться о том, чтобы вы зажили честной и справедливой жизнью. Расслабьтесь, тут никому нет дела, откуда вы. Давай-ка, снимай накидку, а ты и платок. Если хотите получить звездную пыль, отдавайте Бараду свои ценности. Чего? Что нам делать? Я не хочу драться. Драться не надо, просто будете периодически сдавать ценные вещи. Золото, украшения, картины и всякое такое. Все это осталось на базаре Аргис. Мне надо вернуться. Проводите меня? Проводить. Такое-то бурное время. Ну уж нет, давай-ка добирайся, как знаешь.
Я не понимаю, от этих вещей уже нет никакого толка. Зачем они вам? Думаешь, мы вас грабим? Босс обещал, что разделит все поровну, как только они снова станут ценными. Снова? И как это произойдет? Это же чистой воды надувательство. Тогда отвали и иди капай на мозг кому-нибудь другому. Я не уйду, я убью тебя и скормлю остальным. Следующий. Че? Фига у них там движухи. Блин, этого кролика как-то убивать надо. Ой, ё-моё. Чё не стреляет на них? Не, Кать, никуда не стреляла. А тут какое-то потайное место. Здорово, Игнай. Вот и как я этого буду убивать? Ух ты, там еще что-то. Вон сундук вижу, кстати. Что, прям Dark Souls, реально. А, так я все, я упал. Все, я упал. А, нет, не все. Нормально. Опасно у них здесь. Ну, врагов, кажется, маловато, да? Это я еще играю на максимальной сложности. Могли бы поинтереснее сделать. Плакат о наборе в Академию Понтия. Старый плакат, на котором можно различить лишь несколько слов. Кажется, здесь говорится о наборе рабов и бедняков на обучение в Академию Понтия. Что это за макак? Макак какая-то нарисована. Эй, Понти! Это враг, что ли? У меня посох сломался. Ого, новое что-то. Это я скилл выучил, да? Отлично. Ну что-то слабенько как-то бьет. Не понял я прикола заряда. А, нифига себе. Ой, его почти шотнуло. Понятно, короче. Все время кажется, кто-то со спины выбежит. Вот мыши, наверное, не просто так бегут. Они, может быть, что-то показывают. Или я загоняюсь уже. Ваншот. Поврежденное серебряное украшение. Блин, ничего нет. Левел еще таки прикольный, реально. Бегаешь везде. Надеюсь, тут что-то будет спрятано. Походу нет, нифига. А что, зря сюда лез, что ли? А, можно было перепрыгнуть, наверное, на ту сторону. Реально, можно вон туда перепрыгнуть. Даже просто пробежать.
метательные кинжалы. Не знаю, насколько они мне пригодятся. Мне кажется, не сильно. Блин. Это точно вообще человек? Ну-ка попробуем супер мощь. Долго, капец. Проще так было сделать, чем столько заряжать. Крадущийся монстр. Босс, гляди-ка, мы нашли его на улице. Но нас вроде как понимает, может, Этрус его создал? Чудовище бормочет. Я не культист, я сбежал из Стикса. Не выгоняй меня. Это не культисты Этруса. Я сбежавший из Стикса жертва эксперимента. Любопытно, кажется, оно хочет на меня работать. Вы серьезно хотите привлечь его к работе? А что тебя смущает? Брат, не отказывайся тем, кто просит о помощи. С этого момента ты работаешь на меня. Кем бы тебя сделать? А может, часовым, а? Босс, я все-таки скажу, никто не захочет работать с этим чудовищем. Вдруг оно людей ест? Я не ем людей, кретин. Я не понял, это маленький или большой? Монстр. А? Он обещает верно мне служить и говорит, что не ест людей. Еще вопросы? Нет вопросов. Просто он... Чего ты боишься? Зовешь его чудовищем, хотя мы с тобой выглядим не лучше. Барат, это большой вот этот? Настоящее чудовище. Это красавцы и красавицы, что носят изысканные наряды и сыплют сладкими речами. Вот кто живьем тебя съест. Их ты, значит, не боишься, а этого парнишку испугался. Я решение принял. Он станет патрульным. Уверен, он будет работать в 100 раз лучше вас всех вместе взятых. Ой. Ненавижу собак в Dark Souls. О, еще и вниз можно попасть. Давайте сначала наверх сходим. Такая походочка вообще. Блатная. Ла-ла-ла. Это магазин какой-то. Бля, они так реально ходят, смешно. Наверное, милишным оружием тут поинтереснее играть. Блин, а что, не долетает, что ли? Что? Осколок астеритовой руды. Вообще отличный дроп. Стрелочка. Кто-то бегает. Взять его! Квинт попался!
На этот раз я его прирежу. Наверху кто-то есть, они назвали имя Квинт. Где наверху-то? Что-то я не туда, похоже, пошел, надо было вниз идти. Спасите! Умоляю! Ты заплатишь за то, что сделал, Квинт. Я все объясню, так опустите меня к Дециму. Больше никаких поблажек, Децим велел убить тебя. Отпустите его! Чья урона? Понимаю. Понимаю. Да ё-моё. Вот такие, конечно, замкнутые пространства с посохом. Пипец какой-то. Новый Dark Souls-ный проект тестишь? Да, мне пока нравится, прикольно. Ты вовремя подоспела. Ты Квинт? Спасибо тебе, добрый незнакомка, я Квинт. Ты меня спасла, теперь я навеки твой должник и всегда к твоим услугам. Здорово. Я от последователя, они хотят, чтобы ты сдержал слово и сказал мне, где находится камень перемещения. Что? Последователи прислали тебя? Привлекли, значит, на помощь чужеземку? Интересно. Расскажи-ка подробнее, подруга. Нет, уж сначала ты скажешь то, что мне нужно знать. Ах, вот как. Понятно, подруга. Чем твой скромный слуга может быть полезен, дорогая? Где камень? План такой, ты должен рассказать мне о камне перемещения. Хорошо, хорошо. Ты явно серьезно настроена, подруга. Но есть одна загвоздка. Лабрисы прознали, что кто-то положил глаз на камень и унесли его в хранилище. Вот так вот. Ты знаешь, где он? Куда? В свою крепость, но ты не сможешь туда попасть и вломиться туда. Но об этом не беспокойся. И какой у тебя план? Я понял, почему госпожа тебя выбрала, ты сильна, а? Пожалуй, надо нам почаще помогать друг другу. Он как этот, лоскутик. В каком смысле? Госпожа обещала, что когда я расскажу тебе про камень перемещения, то смогу свободно приходить в укрытие. А я не только представляю информацию, но и продаю всякое. Тебе понравятся мои товары, подруга? Или ксерокрыс? Она правда тебе это обещала? Впервые слышу. Да, мы говорили с глаз на глаз. Разумеется, ты впервые об этом слышишь, подруга. Прекрасно. Значит, теперь я должна тебя защищать. Да, не волнуйся. Просто иди вперед, а я найду, где укрыться. Сейчас очень не легче. Я помогу тебе с заданием, почему же не легче? Чем твой скромный слуга может быть полезен? Как он вообще ведет дела с бандитами, с бандами? У тебя много лавок, да? Хранилище Квинта — просто такое название. У меня их много, и все называются одинаково. На Черных улицах не самое большое хранилище, но там было немало ценностей. Увы, брат все уничтожил. Давай, всего хорошего, Шестяной. Но на Черных улицах всем заправляют бандиты. Как тебе удается... А, но там ведь одни бандиты. Как тебе удается вести дела с ними? Подруга, у меня свои хитрости, море связи и отменные навыки контрабандиста. Поэтому я умудряюсь торговать и там, и тут, и вообще везде. Если захочешь со мной поработать, только скажи, подруга. Давай-ка вернемся к нашему делу. Конечно. А откуда у Лабриса власть?
Что ж, думаю, можно тебе рассказать. Солдаты Аристоя давным-давно оставили это место. В итоге Барат провозгласил себя королем Черных улиц. С тех пор лабрисы стали собирать ресурсы в общак и завлекать местных жителей в свои ряды. Так они и обрели власть. А как они поступили с солдатами? Никак, но с солдатами начали бороться другие группировки, и Барат этим воспользовался. Он устроил облавы на военные склады и все забрал. Вместе с властью у них прибавилось и амбиций. Что ты имеешь в виду? Они издеваются над людьми и используют их в своих целях. Ты, наверное, по пути уже насмотрелась. Да уж, по-моему, бандиты перегибают палку. Это еще цветочки. С каждым днем тут все больше беспорядков. А что произошло в хранилище Квинта? Брат решил, что я собираюсь помочь тебе выкрасть камень перемещения и хотел меня проучить. А разве это не по его... Не он его выкрал? Он, конечно, но он ворвался в мое хранилище, а значит, был в бешенстве. Это мой главный торговый узел. Я без него как без рук. А попался я лишь потому, что он очень переживал. Ужас, Брат за это ответит. Он всегда такой. Не в первый раз громит мои лавки. Ну и задира. Береги себя, подруга. Ты чужеземка, но все равно меня спасла. Это уже говорит о многом. Брат не глуп. Скоро он пойдет и поймет, кому ты помогаешь. Не вешай нос. Я отплачу тебе за доброту, честное слово. И не переживай. Как-нибудь выкарабкаемся. А чем еще занимается лабрис, кроме грабежей и издевательств? Прочесывает улицы, ищет, к кому прицепиться. Все как обычные банды. Хотя прошел тут занятный слушок. Поговаривают, что кто-то из лабрисов держал под городами валом сточного краба по кличке Крепкая Клешня. Зачем кому-то такой питомец? Ну, кто знает. Говорят только, что он вырос таким свирепым, что пришлось его там закрыть. Верится с трудом. Подруга, думаешь, я тебя вру? В правде всегда таится ложь, а во лжи истина. Просто скажи, как попасть в их лагерь, а дальше сама разберусь. Они наверняка уже усилили охрану, но тебе со мной повезло. Идти через туннель позади меня и попадешь в городской вал, там меньше охраны. Когда-то территория городского вала принадлежала легиону, но из-за напора других фракций им пришлось ее отдать. Теперь там заправляют лабрисы. Кстати, они проложили множество ходов, и по ним ты сможешь пробраться в лагерь. То есть я окажусь у них в тылу? Именно. Но в городском вале очень темно, а чужеземцев зрение не чета нашему. А еще там, кажется, много муки тысячелетней давности. Будь осторожна, она легко воспламеняется. Что за мука такая? А, она тоже проклята. Пока ты пробираешься внутрь, я постараюсь выяснить, где спрятан камень. Ты правда хочешь пойти со мной после всего, что случилось? Вот это рвение. Мою лавку разорили, надо же мне хоть чем-то утешиться. К тому же ты ведь пойдешь первая. Кстати, вот тебе подарочек. Что это? За... Какие такие заслуги? Ну, подруга, не удивляйся, так вещь очень ценная, наверняка тебе пригодится. Стихийные чаровитые. О боже, это озвучка Квинта, я уже начинаю доверять ему. Ха-ха. Да-да-да, он на Лоскутика похож. Вы можете менять, ты, говорит, пойдешь первый. Ну, там тот же тоже говорил, ты давай иди вперед, там и так далее. Очень много совпадений. Вы можете менять стихию атак с помощью стихийных чаровитов. Каждый противник уязвим к определенной стихии, и смена стихии поможет вам получить преимущество. Вау! Огненный чаровит. Ну так, еще кое-что. Я наставил лабрисам преград. Можешь их убрать, если хочешь. Так, я не хочу сейчас туда идти. F2. А! Вау! Прикольно. То есть я могу вообще менять стихи. У меня сейчас два магические есть и огненный лабрис. Ну, аркановый. Блин, офигенно, слушай, прикольно. Оружие, кстати, тоже светится разным этим. Ну, потому что оружие тоже магическое. Так, а где спуск-то вниз был? Здесь, да? Он сказали, что внизу держит краба какого-то огромного. Нам же очень интересно, что там за краба такого держит.
Пока ни одного сундука и скрытой комнаты не нашел, кстати. Ну смотрите, решетка, кто-то заперти. Наверняка этот рисунок не просто так сделан. Опа. Тут какая разница, ты встречала? Переподобную с черных улиц? Тебе надо с ней повидаться, она тут рядом. Пылкий бедняк. Добрая, добрее преподобная нет никого на свете. Она даже приходила ко мне домой и дала звездную пыль. О, Троица, я не забуду прикосновение ее рук. Я хочу отблагодарить ее подарком, но мне тяжело ходить. Можешь ей передать? Да, без проблем. Спасибо. Если получится, расскажи, пожалуйста, как ей мой подарок. Хорошо. Простой кулон. Блин, да прикольная игруха, вообще не ожидал. Вообще не ожидал. Обломки астеритовой руды для апгрейда. Там еще воспоминания, храм какой-то. Видимо, она там и живет, кстати. А, вот это может скрытая дверь. Подождите, а как мне туда попасть? Стоп! Что за нафиг? Не понял. Ненавижу эту жгучую боль. Чужеземка, как славно. Тебе не вдомёк, как мы страдаем. В этом году у меня было мало ценностей на сдачу, поэтому мне урезали звездную пыль. Если бы звездная пыль не унимала боль, мне бы было плевать на этого гада Барада. Так, слушай, а как туда попасть-то можно? Ну и точно ведь можно, правильно? Везде вот эти рожи. Это Барад, что ли? Ну, если спрыгнешь, наверное, разобьешься. Да и прохода тут нет. Что за прикол? Не работает. Не взрывается, вот хоть ты тресни. Может, это позже появится проход как-то? С другой стороны, может, его надо ломать? Блин, мне кажется, с другой стороны надо будет. Да, да. Ту-ту-дум-пум-пум-пум. Привет всем, ребят, кто приходит. Игруха прикольная. Ладно, тогда пойдемте по тайному проходу. Было бы неплохо, конечно, переместиться в храм. Там можно апгрейд сделать. У нас дополнительные появились материалы. Но пока я каких-то больших проблем не вижу с мобами, поэтому погнали. Да, видимо, такая же должна там стена быть с той стороны. Ну тут хилки как в этом надо фармить.
Как в Bloodborne. То есть у тебя не Dark Souls-овская бесконечная фляжка. Может, у них к огню большая уязвимость? Ой, это что такое вообще? Огонь кривоватый какой-то. Передай им, что вы явились ко мне, как только с Квинтом разберутся. И проследи, чтобы чужаки по черным улицам не слонялись. Будь сделано, босс! Угу. Что-то мало. Сколько там урона? Ну-ка, если магию попробую другую. Сто семьдесят. Больше же урона. Было 139 вроде, да? 178. А огненная? О, нифига, дымоуха. До 45, да, магия больше бьет. А, так не надо заряжать, лол. Чё-то за имба вообще такая. Типа стамина просто тратится. Заряжать вообще не надо, прикиньте. Тоже сверху где-то активируется. О, у меня что-то шаров больше стало. Сразу под... А, нет. Блин, какого хрена не летит? Да что это за имба вообще такая? Что это надо нафиг? Черная руда лабрисов. На апгрейд огненного, наверное, оружия. Децим как-то рано отпросился. Вроде бы он своих громил в погоню отправил. За кем? Наверняка опять за арестами охотится. Неужели это важнее, чем хранилище охранять? Из приближенных боссов он самый полезный. Просто делай все, как он говорит. Теперь терпеть не могу. Пересчитывать ценности. Скукотища. А если что пропадет, еще и влетит. Будь добр, заткнись. Так, это, собственно, то самое хранилище, про которое я говорил. Что-то еще у них есть. Здорово. Короче, проще таким бить скиллом. Но он дымажит больше. Хотя, по-моему, так же дымажит, не знаю. Очки характеристик бонусом. Перемещает владельца к последнему используемому проводнику. Кроме проводников укрытия. Понятно, камень телепорта. Так, ну и вкачаем немного очков таланта. Удар с наскок. При использовании атак кинжалом. Блин, а я что, кинжал прокачал, что в прошлый раз? А, не, магия. Атаки посохом в состоянии заряженных лучей можно будет заряжено.
Может быть, заряжена с увеличением урона, да? Так, вы можете медленно двигаться с посохом в состоянии заряженных лучей. Выпускает бурю, последующую и уничтожающую цели перед вами. Блин, буря клевая. Грозовой поток. Перенаправляет молнии. Ух ты. В цель перед вами, нанося продолжительный урон. В конце вся накопленная энергия собирается и обрушивается на цель. Ё-моё, нифига себе. Вот это взрывы. Ну, надо к этому скиллу идти. Правосудие получается. Супер долгий какой-то. Ваша вся ветка вот сюда ведет. Ну пойдем посмотрим, к чему приведет нас эта ветка. Ух ты. Да, Dark Souls прям. А, типа далеко сильно. Вот эти лучи либо багнуты, либо чё? Ну, типа, реально баг какой-то, да? Они дымажат без зарядки, тупо. Я тоже не понимаю насчет маны, но типа на скиллы она тратиться должна, но... Ты без скиллов как-то все отлично. Это мы еще играем на самой максимальной сложности. А, это та самая пыль, будь осторожна, говорил он. Он сам себя, кстати, взорвал. Лол. Не, ну на геймпаде, конечно, сложно наводиться. Наверное. Ну, сложнее, чем не на геймпаде. Звуки, как будто вода где-то бежит. Ага, это как раз, похоже, выход... тому месту, про которое я видел. С другой стороны, шорткат тут должен быть. Блин, что за имба вообще, не знаю. Теперь понятно, как тут скрытые стены сделаны. Можно вниз упасть и залезть на ту сторону, да? Угу. Куда я вообще пришел, опять хрен поймешь. Вообще какая-то имба, да? Так, а рыбка вниз показывает. Палка-стрелялка. Нормальная палка. Истинные снайперы используют клавиатуру и мышь, поддерживаю. У лабрисов так много власти. Подумать только, они продают звездную пыль и грабят людей просто, чтобы задержаться на черных улицах. Говорят, недавно у них возникли какие-то проблемы со сбытом. Отсечка случилась. Барат заявил, что кто-то обвел лабрисов вокруг пальца. Как по мне, это кто-то либо сумасшедший, либо самоубийца. Надеюсь, скоро они накажут, а то ведь иначе хлопот не оберешься.
в игре, где все рассчитано на ближний бой, используют дистанционное оружие. Почему тут? Это одно из 5 или 6 оружий, которые здесь доступны. Ну а что, не использовать его, что ли? Опять начинается. Я искал лук, луков нет, как бы. Пришлось юзать любой дальний бой. Примерно так. О, я помню тебя. Вот тут шорткат как раз. Блин, я уверен на 100%, что с другими оружиями также легко убиваются мобы. Прям вот уверен. Достала такая жизнь. Ага. Магия, Астерит, все эти сказки. Может быть, я серьезно, взять хоть закон о резонаторах. Из-за него в офисе одни проблемы. И что с того? Веками тут живем, привыкли уже. Это да, нам еще повезло, что мы на черных улицах. Ты знала, что в жилых кварталах каждый день драки? Серьезно? Людей либо в зверей превращают, либо бросают на произвол судьбы. Ужас какой. Вот-вот, благодарные Аристои в городах прячутся. Но нам туда нельзя. Все-таки тут с Барадом безопаснее. У меня почти все родные в жилых кварталах перемерли. Так может это... Поживем там чем-нибудь. Воспользуемся суматохой. Я за. Ничего не понятно, короче. Анонимная записка в дневнике. Барад – настоящий герой. Черные улицы без него были бы гораздо опаснее. Не знаю, что хорошего сделали для нас его враги, а вот помощь Барада очевидна. Ну и что с того, что он отнимает драгоценности у вероломных арестоев? После всего, что натерпелись, мы имеем право взять свое. Барад просто распределяет богатство. Он ни монеты не потратил на себя, он даже принимает в свои ряды дезертиров. Ведь эти солдаты ни в чем не виноваты, почему бы ему не принять их? Это правое дело, хватит критиковать его, циничные глупцы. Ой, блядь. Я аж испугался, капец. Блин, жесть какая. Как он тут вообще появился? Плакат о розыске бандита какого-то. Разыскивает живым или мертвым. Незаконная торговля. Угадайте, кого это ищет. Слушай, может достать мне сверкающий яиц в затопленном районе у стены, а? Ты что, будешь есть яйца жуков? Почему бы и нет? Любое мертвое животное превращает в звездную пыль без разницы, жук это или кабан, или его яйцо. Надо понять, как их разводят, а пока принеси мне яйца, да побольше. Разводить? Из-за проклятия ни люди, ни животные не могут размножаться, понимаешь? Но говорят, что арестои придумали способ особое разведение. Я тоже хочу попробовать. 5 образцов хватит, чтобы начать опыты. Но в заполненном районе слишком опасно. Так, надо квестик записать. Значит, 5 яиц принести. Муха жуков. Что-то тупик, что ли? Как-то странно тупик сделали. Городской вал. К амоним оленю из лука убил. Ну да. Видел недавно прохождение Elden Ring. Без вызова помощника, дух, все оружие, только лук. Чего с веселым? Ты у Игоря, что ли? Имеешь в виду? Я это делал без всяких обузов. В самом начале еще, когда
без фармов сразу там 9-го левела оружия топового. Когда это еще не было мейнстримом. Что-то это. Куда иду, я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Заобузил из лука ее, конечно. Изи. Здесь взорвать можно. Кучки, кстати. Давай, чувак. Вон, сейчас на меня рухнет. Блин, нормальное сочетание дагер плюс это. Плюс посох, вообще зашибись. Максимум маневренности. И рейндж атака. Вроде пока вообще какой-то... Ух ты, меня прям... Я думал, он в бочки сюда бросает. С другой стороны, конечно. Управление, конечно, просто пипец неудобное. Но она прям... Опа. Консольная игра. Bloodborne напоминает. О, блин, как же... Как так попал-то? А, мне не прилетает. В стену ударяется, потому что... Ясненько. Надо бы хилку схавать на всякий случай. Кстати, давно хилки не выпадали. Я вообще не понимаю, куда я иду. Просто вот вообще. Ну это нормально, да, для Dark Souls подобных игр? Красота какая. Blood Cell, тебе нравится игра эта? Внешне хотя бы. Ну, потому что... В играбельном это просто Dark Souls, реально, вот не отличить. У нее только визуальный стиль другой. Сам проходил только маговская одежда и посохи, без духов. На луке пока не рискну. Да, я еще видел, короче, людей, которые говорят, что луки имба. Когда ты по 300 босс убьешь. А, это же начало, это шорткат мы нашли. Я помню это место. Лестница, где была поднята. Вообще говорят, что луки имба это вообще. Так, а где выход? Может сходить в тот город, который был? Через мост. Не так уж много здесь хила, кстати. А здесь, возможно, главарь живет. Лагерь Лабриса. Так, короче, не пойду сюда.
через мост схожу посмотреть, что там. Допрыгался. Вон туда. А может, это тоже лагерь Лабриса, только с другого направления? Блин, не ту кнопку нажал. Тут комба прикольная у скиллов. Андрюх, дай усы погоди. Да не, мы с тобой уже это обсуждали. Мои усы — это мои усы. Мои усы — это мои усы. Все. На этом предлагаю закончить обсуждение. Мне так нравится, короче, вот это. Бау. Офигенно вообще комбуха. О, орехалка вырудает для апгрейда. Т3, Т4. Это мне еще есть пушка апгрейд, я их вообще шотать буду, наверное. Слушай, так здесь выхода нет. Скоро рассвет. Боже мой, что делать-то? Это ж тупик. Тупик. Блин, а можно... О, можно. А можно, можно. Это же офигенно. Не тупик, оказывается, ладно. Ага, те самые. Храм преподобный. Мне так больно. Прошу, спаси меня. Мы из-за проклятия так страдаем. Я могу чем-то помочь вам, дитя? Один мужчина просил передать тебе этот амулет. Он сказал, что ты преподобная с черных улиц. А, я его помню. Он зовет меня преподобной, хотя я всего лишь раздаю звездную пыль. Так ты не преподобная? О, нет. Но он убежден в обратном. Этот амулет высоко ценится среди жителей черных улиц. Я рада, что он решил подарить его именно мне. Но я не могу принять такой дар. Я бы хотела, чтобы он остался у него. Понятно. Я ему передам. Так, запишем. Отлично. И все, что ли? Блин, прикольная игруха. Пройду ее когда-нибудь потом. Так. Внимание! Мы с Архонтом Северной Рады Сирены рады объявить, что сегодня начинается новая эра. Свобода – символ истинного благополучия. А Астерит – еще один шаг на пути к нашей цели. С сегодняшнего дня лица без гражданства будут получать по одному такому камню. Вам больше не придется добывать огонь тяжким трудом, поскольку его затменит Астерит. Такова наша первая реформа, дамы и господа. В дальнейшем мы будем раздавать камни астерита, пригодные для прочих нужд. Разработанная нами с Архонтом Сирана программа «Резонатор» оставит в прошлые времена, когда свобода и комфорт были привилегиями одних аристоев. Мы выведем народ из тьмы, да осветит Троица каждый уголок этого города. Долой тьму! Эвменит и преподобная выведут нас на свет. То есть преподобная замешана в этом. Становитесь в очередь. Не толкайтесь, друзья, запишутся все. Для меня было вообще магом непривычно. Я привык к Dark Souls игры с тяжелыми двуручниками проходить. Достает сдалека и урона много. Ну а тайминг удара на три части за третью часть Dark привычный. Ну да. Не знаю, мне Elden Ring супер легкой игрой показался. Вообще прям просто пипец. Помолиться. Ничего не произошло. Возможно, это какие-то ковенанты или что-то такое. Или, может, я слишком много хочу от простой игры. Но пока игра радует, может, и дальше крутая будет. Здравствуйте, чужеземка. Все ничего нового. Гадство, говорит.
У меня новый заряд появился. 4 этих шара, да? Да блин. Нифига он меня убил, блядь. Прикиньте, что это сейчас было? Блядь, я теперь хрен знаю, где сейчас было. Ядрить, колотить, все. О, далеко так дошли. И так тупо сдохли. Ну, хотя я знаю, куда идти. Спасибо, ребят, что были с нами сегодня. Надеюсь, отличное время провели. Вот, мне игра понравилась. Когда-нибудь я ее пройду. Так как у нас людей не было желающих продолжения этой игры, мы будем проходить стандартные наши игры, которые сейчас в заказах. Вот, увидимся с вами вечером в 6 по Москве. Вступайте в наши... Присоединяйтесь к нашим соцсетям. Это, кстати, на знак ком. Чтобы следить за расписанием, если вы отлично провели время. Увидимся в таверне. Давайте кого-нибудь рейданем. Передадим кому-нибудь привет. Кто у нас там из знакомых? Кто у нас из знакомых? Во, кстати, Бескрыл тоже Астеригас играет. Так что давайте к нему. Передавайте там привет. Хорошего дня вам. Он из нашей группы стримеров. Exit. Коллега наш, так сказать. Хорошего дня вам. Побольше кружечек. Бескрылу хорошего дня пожелайте.